Buonasera. В 1913 году границу Италии пересек русский философ и публицист Борис Валентинович Яковенко. За революционную деятельность в России он был арестован, а после освобождения навсегда покинул пределы Родины. Сеньор. Через 4 года в Петрограде произойдет революция. Борис Валентинович так и не станет очевидцем события, которого ждал всю жизнь. Он лишь читал газеты и собирал сведения о том, что происходит в России. Пройдут годы, и на основе этих материалов он напишет книгу «История Великой Русской Революции». Она станет одним из первых описаний трагических событий, которые перевернули не только Российскую империю, но и весь мир. Начало 20 века. Российская империя. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Так говорил премьер-министр Петр Столыпин, начавший в 1906 году масштабные экономические реформы. В сентябре 1911 года Столыпин был убит. Но преобразования в России продолжались. Даже Ленин признавал, что при успехе столыпинских реформ революция была бы невозможна. Российская империя переживала невероятный подъем. Основной отраслью российской экономики было сельское хозяйство. Оно приносило до 55,7% государственного дохода. Почти все сельскохозяйственные работы производились вручную или при помощи живой тяги. Но именно Россия оставалась главным мировым экспортером зерновых. Их вывоз составлял 40% всего мирового экспорта. По промышленному производству Россия занимала 5-е место в мире. Так, по выработке электричества страна уступала США в 60 раз, но шаг за шагом сокращала и этот разрыв. Темпы роста русской экономики были одни из самых высоких в мире и составляли 8% в год. В 1913 году из империи вывозилось товаров общей стоимостью на 1 миллиард 52 миллиона рублей. При этом ввоз составлял 1 миллиард 37 миллионов, то есть происходило постоянное увеличение золотого запаса страны. Одна только продажа сливочного масла приносила России больше дохода, чем добыча золота. А золото Россия добывала больше всех в мире. Золотой запас более чем на 100% покрывал бумажные деньги. В это же время, например, в Германии, золото обеспечивало лишь около 50% денег. Менялся и уровень жизни в стране. Средняя зарплата рабочего была около 20 рублей. При этом хлеб стоил от 3 до 5 копеек. Килограмм картофеля – 1,5 копейки. Килограмм говядины – 30 копеек. Восьмичасовой рабочий день в эти годы был редкостью даже на Западе. В России он составлял в среднем 11,5 часов. Этот лимит защищался законодательством, что, впрочем, не мешало промышленникам устанавливать рабочий день и большей продолжительности. Но некоторые предприниматели уменьшали его до 9, а порой и до 8 часов. Они обеспечивали своих рабочих жильем, медицинским обслуживанием и отпуском. Число подобных предприятий было невелико, но год от года положение рабочих улучшалось. Социальное страхование рабочих в России было введено к 1912 году, раньше, чем на Западе. И хотя положение простых трудящихся было далеко от идеала, президент США Уильям Тафт говорил:
Ваш император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может. В стране открывались новые больницы и школы. К 1920 году планировалось полностью покончить с безграмотностью. Активно развивались кинематограф, изобразительное искусство, театр. Россия входила в моду. На балетные спектакли Дягилева в Париже билетов было не достать. Имена Серова, Бакста, Билибина, Верещагина и других художников знали во всем мире. Европа читала Толстого, Достоевского и ставила пьесы Чехова. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже русская экспозиция получила 1589 наград, из них 212 высших. А французская газета «Либерте» так писала о впечатлении, произведенном русскими павильонами. «Мы находимся еще под влиянием чувства удивления и восхищения, испытанного нами при посещении русского отдела». Социальная жизнь в России протекала бурно, как и во всем мире. Сотни лет Европой правили сословия монархов, аристократов и дворянства. Им принадлежали земли и богатства. Они создавали законы, они стояли у власти. Но время шло. Развивающийся капитализм привел к появлению новой финансовой и промышленной элиты. К началу 20 века частные компании и банки контролировали капиталы, сопоставимые с бюджетами своих стран. Промышленники, торговцы, банкиры требовали от правительств новых прав, новых условий и новых законов для развития бизнеса. Они не останавливались перед взятками и подкупом чиновников. Они проталкивали во властные структуры своих людей, добиваясь принятия нужных им законопроектов. Они стремились сами устанавливать законы, то есть взять власть в свои руки. Инструментом этой борьбы старых и новых денег был народ. Именно с его помощью обе стороны пытались отстоять свое право на власть. Правительство взывали к патриотическим чувствам подданных. А оппозиция обещала гражданам все виды свобод, какие только можно придумать. Свободу предпринимательства, свободу слова, вероисповедания, морали. Эти новые идеи, названные либеральными, звали народ по сути к одному – к свержению старого строя. А что за дураков держит? Мы тут работаем, работаем. Россия была наводнена нелегальной революционной литературой. Распространялась она группами революционеров, но печаталась на деньги крупных капиталистов и промышленников. Эти брошюры продавались среди рабочих, причем по довольно высокой цене, что приносило революционерам и их спонсорам немалый доход. Так социал-демократы, в том числе большевики-ленинцы, выручали огромные прибыли от подпольной продажи политической литературы, которая печаталась за рубежом. Эта подрывная деятельность и ряд провокаций привели к тому, что в 1905 году, в самый разгар войны против Японии, в России вспыхнула революция. Баррикады, уличные бои и террористические акты унесли жизни более чем 9 тысяч человек. Эти трагические события заставили царскую власть пойти на первые уступки оппозиции. В 1905 году российский император разрешил деятельность различных политических партий. Николай II понимал, что время не стоит на месте. Стране действительно требовались реформы. Созданные партии представляли в основном интересы крупного капитала, землевладельцев и либералов. И задача у них оставалась все та же – захват власти. Ставка по-прежнему делалась на поддержку рабочими и крестьянами. Агитация, распространение подрывной литературы, создание нелегальных политических кружков не прекращались. Но потрясение ждало страну не от революции, и надвигалась катастрофа не на одну Россию. 1 августа 1914 года начнется одна из самых страшных войн за всю историю человечества. Война, названная позже Первой мировой, охватит Европу, а затем практически все континенты. Мир изменится навсегда. Прошло 43 года с тех пор, как немецкие государства объединились в единую империю – Германский Рейх.
Германия теснила Францию и Англию на рынках и отвоевывала все новые колонии в Азии и Африке. Ее ближайший союзник, Австро-Венгерская империя, боролась за контроль над Балканами, угрожая православной Сербии, союзнице России. Ситуация в мире становилась все более напряженной. Государства вооружались. Франция, Россия и Великобритания создали военный союз, названный «Антантой». Германия, Австро-Венгрия и Италия – так называемый «Тройственный союз». В июне 1914 года в Боснии был убит наследник австрийского престола Франц Фердинанд. Австрия обвинила в убийстве спецслужбы Сербии и объявила Сербии войну. Россия же заявила, что не допустит оккупации Сербии. Русский император Николай II отправил германскому императору Вильгельму II телеграмму с предложением обсудить этот конфликт на Гаагской конференции и избежать войны. Вильгельм не ответил. В Европе начались мобилизации. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, 3 августа – Франции. Еще через три дня войну России объявила Австро-Венгрия. Россия, не желая этого, была втянута в войну за раздел влияния в мире, но отступить она уже не могла. Германская агрессия вызвала в России невиданный всплеск патриотизма. Саму войну сразу назвали Второй Отечественной, по аналогии с войной против Наполеона. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга собралась многотысячная демонстрация, и ликующая толпа приветствовала царя. Народ сплотился вокруг императора, как в прежние годы, когда враг подступал к границам русского государства. Николай II, император всероссийский из дома Романовых, приходился родственникам монархам Британии и Германии. В годы его правления были проведены радикальные реформы государственного устройства, а также сельского хозяйства и промышленности. Население страны увеличилось более чем на 50 миллионов человек. Государственный строй в России по-прежнему был самодержавным, но с элементами конституционной монархии. Император инициировал созыв первой в истории Гаагской мирной конференции. Впервые поднял вопрос о всеобщем разоружении стран с инициативами со стороны России. Вопреки расхожему мнению, не входил в число богатейших людей империи. До конца своей жизни оставался искренне верующим православным христианином. Война стала общенародным делом. Повсюду проходили патриотические манифестации, собирались деньги. В армию хлынул поток добровольцев. Прекратились стачки и забастовки. В Государственной Думе сторонники царя и оппозиционные силы наконец-то встали на одну сторону – на сторону России. Об этом говорили на улицах, об этом писали газеты, которые читал в далекой Италии Борис Яковенко. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Наиболее красноречивым было заседание Государственной Думы 26 июля. Представители остзейских немцев, поляков, латышей, литовцев, татар и евреев единодушно обнаружили переполнившее их чувство национального единения.
Но военная кампания 1914 года началась для русских войск с трагедии. Первая и вторая армии вступили на территорию Германии. Наступление поначалу развивалось успешно. Но вскоре вторая армия была разбита, десятки тысяч солдат оказались в плену. В то же время русские войска продолжали активное наступление против Австро-Венгрии. Был взят Львов, пала неприступная крепость Перемышль. Однако в мае 1915 года враг прорвал фронт под городом Горлице. Из-за угрозы окружения российские войска были вынуждены оставить Польшу. Началось так называемое «Великое отступление русской армии». Вслед за Польшей были потеряны значительные территории в Белоруссии и Прибалтике. До Первой мировой ни один из военных конфликтов не приобретал такого затяжного характера. Лидеры всех стран были уверены, что война продлится лишь несколько месяцев, и к катастрофе такого масштаба оказались не готовы все. Новые виды вооружения, колоссальные артиллерийские орудия, пулеметы, бронепоезда, дирижабли, аэропланы словно сводили на нет роль человека в этой войне. Атаки пехоты и кавалерии захлебывались под огнем пушек и пулеметов. Казалось, что этому ужасу вообще никогда не наступит конец. Длительные сражения привели в русской армии к огромному перерасходу боеприпасов. Войска задыхались от снарядного и винтовочного голода. Промышленность попросту не справлялась с военными заказами. Боеприпасы, оружие, военное снаряжение рассчитывали получать из-за границы. Но оплаченные патроны и снаряды были конфискованы союзниками. Нужда в боеприпасах у них была не меньше. Чтобы преодолеть кризис, правительство предприняло титанические усилия. Было закуплено новое оборудование, строились заводы. Прошел почти год, пока выпуск снарядов достиг миллиона в месяц. Это был колоссальный результат. По сравнению с 1914 годом, производство снарядов выросло в 90 раз. Но обновленная система снабжения заработала не сразу. Кризис был преодолен только в 1916 году. А новости с фронта погружали страну в уныние. Были потеряны западные губернии с большим экономическим потенциалом. Вслед за уходившей армией шли миллионы беженцев, которым нужно было предоставить жилье, питание, медицинское обслуживание. Росла инфляция, товары дорожали. Появился дефицит продовольствия. Правительство попыталось ввести твердые цены, чтобы пресечь спекуляции. Результат оказался противоположным. Товары исчезали с прилавков и продавались из-под полы. Спекуляция лишь росла. Кто-то готов был терпеть и работать до полной победы. Были и те, кто тут же нашел виноватого и обвинял во всем царя и его правительство. Прежде всего, либеральные политики. Они задавали тон в печати. К ним прислушивались иностранные дипломаты. Они оказывали влияние на правительство. С октября 1905 года в России существовал государственный строй, являвшийся чем-то средним между конституционной монархией и самодержавием. Император руководил внешней политикой и вооруженными силами, возглавлял судебную и исполнительную власть. Высшим ее органом был Совет министров, состав которого определялся императором. Законодательную власть царь осуществлял вместе с парламентом. Государственный совет, куда входили царские чиновники, являлся верхней палатой парламента. Нижней палатой была Государственная дума, состоявшая из избранных депутатов. Законодательные предложения и бюджет разрабатывались в Думе, передавались на обсуждение в Госсовет и затем утверждались императором. После революции 1905 года в стране были разрешены политические партии различного толка, которые заседали в Думе. Большинство из них составляли оппозицию власти, что и отражалось на решениях Думы. Правительство и министры находились под острой критикой со стороны депутатов. А в условиях войны эта внутренняя борьба вовсе не способствовала укреплению государства и армии. В 1915 году в Государственной Думе заседали 442 депутата. Из них 120 представителей национально-патриотических сил, 98 депутатов-октябристов из партии «Союз 17 октября», представляющей крупных землевладельцев,
65 мест за депутатами правых монархических взглядов, 59 депутатов от партии конституционных демократов, сокращенно кадетов, куда входили купцы, банкиры, служащие, врачи, учителя. 48 мест имела так называемая прогрессивная партия, состоящая из промышленников и представителей бизнеса. 21 депутат из национальных меньшинств. Польско-литовско-белорусская группа, польское коло, мусульманская группа. 14 мест имели социал-демократы, большевики и меньшевики. 10 – депутаты трудовой группы, которая заявляла, что представляет интересы трудящегося населения. 7 депутатов были беспартийными. Большая часть этих партий – октябристы, кадеты, прогрессисты, трудовики, социал-демократы – были оппозиционными к правительству, царю и к самой идее монархического строя. В условиях тяжелой войны это обстоятельство сыграло роковую роль. Давай побрать! Все для войны. Таковым был объединяющий лозунг российского общества. Но реорганизация старых предприятий и открытие новых было делом не быстрым. Критикуя правительство за ошибки и неповоротливость, оппозиция объявила, что берет дело в свои руки. Одним из руководителей этого движения стал видный оппозиционный политик, князь Георгий Львов. Георгий Евгеньевич Львов, князь, потомок Рюриковичей, участник различных оппозиционных движений. Возглавил Всероссийский земский союз, который занимался благотворительной помощью семьям фронтовиков, больным и раненым. Имел репутацию бескорыстного человека. Именно на базе Всероссийского земского союза был создан Земгор, главный по снабжению армии объединенный комитет Всероссийских земского и городского союзов. Земгор объявил, что может распределить часть военных заказов в кустарной промышленности. Изначально планировалось, что деньги для этого будут собираться из средств частных лиц. Правительство передало Земгору право распределения части военных заказов среди мелких предприятий. Но слаженной работы не получилось. Земгор быстро стал местом, где можно было укрыться от мобилизации и не попасть в окопы. Уполномоченные Земгора, которых иронически называли земгусарами, носили полувоенную форму и сидели в тылу. Появились в стране так называемые военно-промышленные комитеты, ВПК. Эти организации промышленников занимались размещением правительственных заказов на крупных предприятиях. Другими словами, ВПК стали посредником между государством и крупными промышленниками. Все ВПК подчинялись Центральному военно-промышленному комитету, который возглавлял лидер партии октябристов Александр Гучков. Александр Иванович Гучков из московской купеческой семьи, председатель Центрального комитета партии октябристов, был сторонником реформ Столыпина, но затем перестал поддерживать его правительство. Неоднократно дрался на дуэлях и заслужил репутацию бритера. Император положительно относился к Гучкову, ценил его ум и способности, пока Гучков не передал в печать подробности их частного разговора. Государь справедливо воспринял это как предательство и изменил отношение к Гучкову. Тот затаил обиду и в своем стремлении свергнуть императора был готов пойти на любые действия. Николай II называл его Юань Шикаем по имени китайского революционного диктатора и считал своим личным врагом. Деятельность Земгора и ВПК оценивали по-разному. С одной стороны, закладывались новые военные заводы, обустраивались госпитали, в войсках улучшалось снабжение. С другой, пышным цветом расцветала коррупция. Частные средства быстро закончились, и началось освоение государственных денег. Уже в 1916 году Земгор практически полностью существовал за счет казны. Промышленники не жалели денег на взятки, чтобы получить военный подряд. И комитеты стали источником огромных незаконных доходов. Князь Львов как мог боролся с коррупцией в своем ведомстве, но безуспешно. В
Полицейские сводки сообщали, что несмотря на рост цен у ювелиров, и в магазинах моды наступил пик продаж жемчуга, бриллиантов, мехов и шелка. Но главное, Земгоры ВПК быстро превратились в организации, где готовилась будущая революция. Их связи с крупным капиталом, зарубежными дипломатами, бюрократической элитой, а также контроль прессы позволяли ставить самые масштабные цели. Сложилась парадоксальная ситуация. Правительство с трудом нарешало сложнейшие задачи, которые стояли перед страной, а противостоявшая власти коалиция либералов убеждала народ, что роль спасателей Родины принадлежит им. Все успехи правительства они присваивали себе. Тем временем в народе бурлили страсти, не имеющие ничего общего с парламентаризмом. В мае 1915 года Москву потряс немецкий погром. Довоенная Россия была связана с Германией чрезвычайно прочными узами. И к 1914 году в стране проживало 2,5 миллиона немцев. Готовясь к войне, Германия не оставляла их без внимания. Появились среди них и шпионы, и агенты влияния, и просто русофобы. Но число их было ничтожно. При этом в самой России развернулась антинемецкая кампания. В общественных местах не говорили по-немецки. Санкт-Петербург переименовали в Петроград. Многие русские немцы даже сменили фамилии. Поражение России в военных действиях весной и летом 1915 года подлили масло в огонь. Великое отступление объясняли великой изменой на самом верху, где было много немцев среди генералов и высокопоставленных чиновников. Многих обывателей раздражало даже германское происхождение супруги императора Александры Федоровны в девичестве Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса, Гессен-Дармштадтская принцесса Алиса. Императрица до конца своих дней хранила верность России. Но слухи о ее предательстве бродили по стране, и в них порой верили. Одним из поводов для московского погрома стала нелепая сплетня о том, что на одной из фабрик немцы намеренно заразили рабочих дизентерией. На первые манифестации полиция почти не реагировала, а они быстро переросли в массовые беспорядки. Ярость погромщиков перекинулась на всех иностранцев без разбора. Но больше всего пострадали русские, попавшие под горячую руку. Крушились магазины и винные лавки. В Москве начались пожары. Ну что, немец, перец, колбаса! Для наведения порядка пришлось использовать войска. Солдаты открыли огонь, и лишь после этого погромы прекратились. Сколько людей погибло, неизвестно. Но ущерб от погромов составил 40 миллионов рублей. Сумма, эквивалентная затратам на строительство дредноута, огромного боевого корабля, оснащенного самыми современными видами вооружения. Одновременно по стране прокатились волнения рабочих. В разгар великого отступления в Петрограде забастовал важнейший военный завод – Путиловский. Забастовщики требовали искоренить измену в верхах, а также поднять заработную плату. Проводились аресты, на заводы вводились войска. Без этих крайних мер в условиях войны было не обойтись, но власть явно теряла то доверие, которое получила в начале войны. Под влиянием всей совокупности таких явлений, событий, фактов, слухов и переживаний русским обществом все больше и больше овладевала тревога, полная самых черных подозрений и смешанная с чувством самого глубокого протеста. С
первых дней войны пост верховного главнокомандующего русской армии занимал великий князь Николай Николаевич. Николай Николаевич, младший, великий князь, внук императора Николая I, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Генерал от кавалерии, был очень популярен в армии. За огромное честолюбие, властолюбие и склонность к интригам получил прозвище «Лукавый». Однако, как говорят, у победы 100 отцов, а поражение всегда сирота. В России первое лицо отвечает за все, а за неудачи особенно. После великого отступления царь не стал сваливать ответственность на великого князя. 23 августа 1915 года император Николай II принял на себя пост верховного главнокомандующего. В такой критический момент верховный вождь армии должен стать во главе ее. Это было мужественное решение. Царь считал своим долгом возглавить армию в трудный час. Великий князь Николай Николаевич не был выдающимся полководцем, но для многих именно он стал воплощением вождя сражающейся армии. Высокий рост и громовой голос создали ему привлекательный образ в войсках. Популярности Николая Николаевича не помешало даже великое отступление, которое целиком было на его совести. Тем не менее, император его от должности отстранил и отправил командовать Кавказским фронтом. Солдатская молва встретила новость неодобрительно. Многие считали, что враг был остановлен именно благодаря великому князю. О решении царя стать во главе армии многие удивленно спрашивали: зачем сам на войну пошел? Непосредственное влияние императора на ведение войны было незначительным. Фактически армией руководил начальник штаба ставки верховного главнокомандующего, талантливый полководец Михаил Васильевич Алексеев. Однако перед страной и народом отвечал за все Николай II, самодержец всероссийский. В 1905 году именно он подписал манифест о создании парламента, что фактически знаменовало конец самодержавия как неограниченной власти монарха. Однако он никогда не забывал о персональной ответственности перед государством и народом. Ответственность эту все русские цари несли перед Богом, о чем глубоко верующий человек Николай помнил до последних часов своей жизни. К этому времени либеральные идеи распространились даже в семейном кругу царского дома. Некоторые великие князья полагали за благо, если не отмену монархии, то снижение роли императора в управлении страной. Но Николай II, как и его отец, император Александр III, был уверен в том, что именно монархия создала историческую индивидуальность страны. Рухнет монархия, рухнет и Россия. Император оказался прав. В эти тяжелые дни Государственная Дума сосредоточилась не столько на укреплении страны, сколько на противостоянии с царем и его правительством. Еще в разгар Великого Отступления оппозиция сформировала так называемый «прогрессивный блок». Его члены имели теснейшую связь с Земгором Георгия Львова и военно-промышленными комитетами Александра Гучкова. Депутаты этого блока требовали от царя многого, но в первую очередь создание правительства общественного доверия. Другими словами, вместо старых министров назначить новых из предложенных Думой кандидатов. Земгор даже грозил прямым саботажем, обещая прекратить деятельность всех общественных учреждений, обслуживающих армию. Но в сентябре 1915 года Дума была распущена на каникулы. Первую атаку либеральной оппозиции император и его правительство сумели отбить. В разгар поражений и великого отступления начался еще один политический кризис. Всего за несколько военных лет под давлением Думы в стране сменились 4 премьер-министра, 6 министров внутренних дел, 3 военных министра. В других министерствах дела обстояли не лучше. Император этими перемещениями пытался найти компромисс в отношениях с Думой. Но оппозиции нужно было не столько усилить правительство, сколько критиковать власть. В этих условиях перестановки лишь ухудшали ситуацию.
Меняя министров, власть рассчитывала сбить накал политических страстей. Но в обществе возникло недоумение. Газеты писали о неких безответственных влияниях, губящих Россию. Виновницей называли императрицу Александру Федоровну, но еще чаще – Григория Распутина, ставшего одной из самых странных, загадочных и противоречивых фигур русской истории. Григорий Ефимович Распутин, крестьянин из села Покровское Тобольской губернии, приехал в Петербург в 1903 году. В определенных кругах петербургского общества имел репутацию царского друга, прозорливца и целителя. Распутин обладал загадочным даром. Он мог остановить кровотечение без медикаментов и перевязочных средств. А единственный сын императора, цесаревич Алексей, болел гемофилией. При этом заболевании нарушается свертываемость крови, и любое внутреннее кровоизлияние или случайная травма могут грозить летальным исходом. Распутин несколько раз оказывал неотложную помощь цесаревичу и в результате стал близок к царской семье. Вокруг него быстро образовался круг из великосветских женщин, различных дельцов и искателей карьеры, которые стремились с помощью старца добиться своих целей. Насколько серьезным было влияние Распутина на императорский дом, остается неизвестным до сих пор. Тем не менее, нелепые слухи о том, что царем манипулирует неграмотный мужик, стали постепенно распространяться по Петербургу и всей стране. Гучков лично занимался распространением попавших в его руки, скорее всего, поддельных писем императрицы и великих княжон к Распутину. Эту переписку множили на гектографе и распространяли как агитационный материал против царя. Николай II, разобравшись, поручил военному министру Сухомлинову передать Гучкову, что тот подлец. Я знаю. К 1915 году вокруг Распутина уже творилась настоящая истерия. Газеты захлебывались от ненависти, мешали правду с откровенной ложью. Распутина подозревали в шпионаже, называли закулисным правителем империи, злым гением несчастной России. Всей этой истерии жадно внимали и народ, и считавшая себя прогрессивная общественность. Удаление Распутина требовали великие князья, но царь был непреклонен. Распутин оставался при дворе. В 1916 году положение России стало улучшаться. Снарядный голод был преодолен. Генерал Алексеев умело руководил армией. Кавказская армия генерала Юденича взяла штурмом неприступную турецкую крепость Эрзурум. А в мае начался знаменитый Брусиловский прорыв. Войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Брусилова прорвали оборону австро-венгерской армии на фронте протяженностью 550 километров и продвинулись на 150 километров вглубь, нанеся ей огромный урон. Неподдержанное другими фронтами наступление дальнейшего продолжения не получило. Этот удар облегчил положение союзников и даже спас от разгрома итальянскую армию. В войне наступал перелом в пользу России и Антанты. Россия воспрянула духом. Победа была близка. Война на два фронта изматывала Германию. Но, теряя инициативу на фронте, враг решил попытаться выиграть войну в тылу. Немецкое руководство поставило задачу во что бы то ни стало революционизировать Россию. На подрывную пропаганду выделили огромные деньги. Одним из организаторов этой акции выступал Александр Львович Парвус, гельфанд. Делец и бывший социал-демократ, имевший обширные связи с русской оппозицией за рубежом и лично знакомый с Владимиром Ульяновым Лениным. На реализацию своего плана он попросил у германского МИДа 5 миллионов золотых марок и 2 миллиона получил немедленно. Существуют сведения, что огромные суммы через подставные банки и фирмы передавались Ленинской партии большевиков. Сам Ленин был активным сторонником поражения России в войне и с первых ее дней призывал превратить эту войну в гражданскую. А внутренняя политика в России становилась все более запутанной и противоречивой. Император пытался удачными назначениями вывести страну из кризиса. Но назначение на должность премьер-министра Бориса Штюрмера вызвало новую волну негодования либералов.
Борис Владимирович Штюрмер, выходец из забрусевших немцев, член Государственного совета. Став председателем Совета министров, занял посты министра внутренних дел и министра иностранных дел. Как глава МИДа добился согласия союзников на все русские требования в случае победы в войне. А именно, под контроль Российской империи переходили Черноморские проливы и Стамбул, столица Турции. За твердую позицию на этих переговорах Штюрмера возненавидели союзные представители и вели против него настоящую травлю. В сентябре 1916 года по инициативе Штюрмера газета «Русское слово» обнародовала информацию, что Земгор и военно-промышленные комитеты существуют исключительно за счет казны. Так, из 562 миллионов рублей, израсходованных этими организациями, только 9 миллионов собраны ими. Остальные ассигновались из государственного бюджета. Земгор, получивший от военного министерства заказы на 242 миллиона рублей, выполнил их только на 80 миллионов. Военно-промышленные комитеты получили заказы на 400 миллионов рублей, но выполнили менее половины работ. На заседании Совета министров Штюрмер поднял вопрос о расформировании Земгора и ВПК и о передаче их функций государственным органам. Неудивительно, что оппозиция ненавидела Штюрмера неистово. К борьбе с ним подключились посольства стран-союзниц. Штюрмер не устраивал их своей неуступчивостью в переговорах. Так к немецким агентам, работающим в России, добавились агентурные сети Франции и Англии. Посольство Англии и ее спецслужбы делали все возможное, чтобы на смену царскому правительству пришли либералы. Это было выгодно всем, кроме России. Почувствовав поддержку союзников, оппозиция с утроенной силой развернула борьбу против царского правительства. Либералы искали помощь у пролетариата, пытаясь заручиться его поддержкой. В итоге весь 1916 год Россию лихорадило от забастовок и заговоров. Противники власти говорили о спасении страны от неких темных сил, якобы завладевших Россией. Но на самом деле они просто подталкивали к крушению и слабевшую власть, и саму державу. Различные заговоры собирались вокруг Николая Николаевича и других великих князей. Кружки заговорщиков, переплетаясь между собой, строили планы, сочиняли меморандумы. Эти меморандумы попадали на стол царю, но тот не реагировал, а Государственную Думу сотрясал скандал за скандалом. Согласно плану. 1 ноября 1916 года на трибуну Государственной Думы вышел лидер партии конституционных демократов Павел Милюков. Павел Николаевич Милюков, сын архитектора, выходец из старинного дворянского рода, депутат Государственной Думы. Занимался оппозиционной деятельностью, за что несколько месяцев провел в тюрьме. Имел тесные связи с британскими дипломатами. Директор департамента полиции Васильев писал: «Если английское министерство иностранных дел когда-нибудь разрешит публикацию документов из своих архивов, это по-новому и не особенно благоприятно осветит патриотизм Милюкова». Выступление Милюкова было явно подготовлено совместными силами оппозиции и посольствами Франции и Англии с одной целью – любой ценой убрать Штюрмера. Чтобы добиться своего, выбрали самое страшное, самое нелепое из возможных обвинений – государственную измену. Мешая факты и домыслы, Милюков обвинял главу правительства, а вместе с ним и императрицу, в подготовке сепаратного мира с Германией и в конце выступления воскликнул. Что это? Глупость или измена? Этой речью был дан решительный толчок тому политико-социальному процессу, которому 4 месяца спустя суждено было прорваться одной из самых глубоких и потрясающих революций. Уже в эмиграции Милюков напишет о своем выступлении. Твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны.
Ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Тем не менее, Штюрмера отправили в отставку, а Милюков остался депутатом Государственной Думы. Страна сделала еще один шаг к катастрофе. Следующий премьер Александр Федорович Трепов продержался всего месяц и был сменен князем Голицыным, не имевшим серьезного опыта министерской работы. Еще более скандальным оказалось назначение министром внутренних дел Александра Протопопова. Ранее он был заместителем председателя Государственной Думы и в среде либералов считался своим человеком. Назначая его на ключевой пост, власть хотела угодить оппозиции, но вышло иначе. Либералы назвали Протопопова предателем и возненавидели лютой ненавистью. Кроме того, министр, вероятно, был не вполне здоров психически, и его душевное расстройство становилось день ото дня заметнее. Император понимал, что Протопопов – не лучшая кандидатура, и часто говорил: «Рискованно оставлять министерство в руках такого человека в такие времена». Но Протопопова рекомендовали председатель Государственной Думы Родзянко и министр иностранных дел Сазонов, и царь его в отставку не отправлял. Вскоре столицу ошеломила еще одна новость. В декабре 1916 года в Петрограде был убит Распутин. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Весть об убийстве Распутина и тех обстоятельствах, при которых оно произошло, произвела впечатление на общество. И печать в ближайшие дни только и была полна, что толками об этом событии. Обстоятельства убийства Распутина, казалось, знал весь Петербург. Газеты едва ли не в открытую называли имена заговорщиков, включая члена императорской фамилии великого князя Дмитрия Павловича. Но далеко не все загадки этого таинственного преступления разгаданы до сих пор. Расследование словно специально запутывали. В 1916 год тем временем подходил к концу. Газеты полнились ужасными слухами. Посольства Англии и Франции интриговали. На фронте готовились к решающему наступлению, а в тылу – к заговорам и беспорядкам. Обо всех этих проблемах царь знал. Но в условиях войны своей первостепенной задачей он видел спасение страны от агрессора. Он говорил: «Выгоним немца, тогда примусь за внутренние дела». Эти слова стали своеобразным девизом, своего рода заклинанием императора. Во время войны внутренняя политика отходила для него на второй план. Возможно, именно этот политический просчет стал для русского царя роковым. В последний день года Николай II записал в своем дневнике: «Горячо помолились, чтобы Господь умилостивился над Россией». Наступал год 1917.
Вот уже несколько лет русский публицист, философ и революционер Борис Яковенко жил в Италии. Новости из России приходили сюда с опозданием, но он внимательно следил за тем, что происходило на родине, собирая материалы для будущей книги. Названная «История Великой Русской Революции», она будет издана лишь в 1924 году. А пока ни Яковенко, ни его соратники и противники не знали, что Российская империя оставалась существовать всего два месяца. Вслед за драматическим 1916-м пришел год 1917-й. Он должен был стать для России и ее союзников победным в войне. На 17-й было запланировано решительное и масштабное наступление русских войск. Успехи русской армии позволили спасти от разгрома англо-французские и итальянские войска. Все свои надежды Франция и Англия возлагали на Россию. Союзники даже подписали с Россией соглашение, за которое русские правители боролись в течение многих веков. После войны под контроль России переходили не только Черноморские проливы, но и Константинополь, тогдашняя столица Турции, Стамбул. Надежды на скорую победу были обоснованы. Положение Германии становилось день ото дня тяжелее. Зажатая фронтами и военно-морской блокадой, Германская империя превратилась в страну, где недоедание стало нормой жизни. Продуктов не хватало. Карточки были введены буквально на все. На хлеб, масло, мясо, одежду. Зиму 1916-1917 годов в Германии прозвали брюквенной. Этот овощ стал для многих едва ли не единственным блюдом. Германская пропаганда старалась как могла. Немцев пытались убедить, что дела не так уж плохи, и что курицу, к примеру, можно заменить жареной вороной, вкус у которой ничуть не хуже. Но нехватка продовольствия стала ощущаться даже на фронте. В это же время русская экономика вполне оправилась от шока. Тяжелая промышленность выпускала в три раза больше продукции, чем до войны, а по военным заказам производство выросло в 20 раз. Выпускались отечественные автомобили, броневики, самолеты. Были созданы электротехническая и радиопромышленность. Больше не было дефицита вооружения и боеприпасов. Страна полностью обеспечивала фронт всем необходимым. Но эти успехи давались непросто. Вырос государственный долг. Росли цены. Борис Яковенко, живя в Италии, внимательно следил за тем, что происходило на родине. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». К началу 1916 года Россия лишилась почти 300 тысяч квадратных верст богатейшей территории с населением до 25 миллионов человек, меж тем, как обширные прилежащие области находились в состоянии экономического паралича. Неприятелем было захвачено около 8 тысяч верст рельсовых путей. Во время боев погибло множество фабрик и заводов, и разорено было добрых два десятка провинций. 15 миллионов мужчин служили в армии, а каждый новый день войны уносил сотни человеческих жизней. Первая мировая война 1914-1918 годов привела к колоссальным человеческим потерям всех стран-участниц. Так, по различным данным, русская армия потеряла убитыми около 1,5 миллиона человек, ранеными – от 4 до 5 миллионов. В первые годы войны кадровый офицерский корпус был практически полностью выведен из строя. На смену офицерам с профессиональным военным образованием приходили люди, подготовленные по ускоренной программе. Достаточно сказать, что за три года войны в русской армии в офицеры было произведено больше лиц, чем за всю историю русской армии до начала Первой мировой.
Пройдет всего несколько месяцев, и острая нехватка профессиональных военных приведет к тому, что вооруженные силы не смогут противостоять внутренним мятежам в российском государстве. В стране остро не хватало рабочих рук. Для нужд армии реквизировали 2,5 миллиона лошадей. В сельском хозяйстве начался спад производства. В 1916 году незасеянными оставались значительные пахотные территории. Все более тяжелой становилась жизнь и самого крестьянина. Известное всем понятие продразверстка появилось еще в 1916 году, то есть до прихода к власти большевиков. После объявления властями твердых цен на продукты, крестьяне начали прятать продовольствие, стремясь продать его подороже. В ответ правительство ввело в ряде губерний так называемую продразверстку, то есть принудительную сдачу крестьянами хлеба и других продуктов по фиксированным ценам, что вызывало недовольство в деревнях. Но большим городам, а особенно столице, было не до этих проблем. Перемен. В Петрограде страстно желали перемен. Большая часть населения с пониманием относилась к трудностям военного времени. В необходимости победы над врагом не сомневался почти никто, и ожидание этой скорой победы было вполне обоснованным. Исключение составляли либерально настроенная интеллигенция, а также оппозиционные политики и поддерживающие их крупные предприниматели. Они утверждали, что путь к победе лежит лишь через самые решительные изменения в российской политической жизни. Вся их деятельность сводилась к противодействию царскому правительству. Единства мнений в оппозиции не было. Одни считали, что достаточно произвести дворцовый переворот и посадить на трон либерально настроенного монарха. Лидер партии октябристов и депутат Думы Александр Гучков занимался организацией заговора против царя с участием военных. Другие твердили, что страну спасет только революция. Думские депутаты от оппозиции встречались с радикально настроенными революционерами, сотрудниками иностранных посольств и спецслужб. Многие из них были готовы на все ради свержения царской власти в России. Никому и в голову не приходило, что при этом рухнет само тысячелетнее государство. Россия виделась всем несокрушимо прочной, способной вынести любые испытания. Так они и говорили: «Сколько ни бей, все выдержит». Все ждали. Вот-вот что-то должно случиться. Но что случится? Какой масштаб примут события? Чем они обернутся? Не знал никто. Нового 1917 года в Зимнем дворце состоялся прием, на который собралась вся элита империи. К председателю Государственной думы Михаилу Родзянко подошел министр внутренних дел Протопопов. Александр Дмитриевич Протопопов окончил кавалерийское училище и Академию генерального штаба, но вскоре вышел в отставку. Крупный промышленник и землевладелец. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум от партии октябристов. В составе думской делегации ездил в Англию. Английский король Георг V восторженно отзывался о нем в письме Николаю II. Некоторые современники сомневались в психическом здоровье Протопопова. Но мнение короля Георга, а также рекомендации председателя Думы Родзянко и министра иностранных дел Сазонова были столь значительными, что император назначил Протопопова министром внутренних дел. Еще недавно Александр Дмитриевич Протопопов был заместителем Родзянко в Думе. На его переход из оппозиции в правительство все изменил. Либеральные политики восприняли это как предательство. Протопопов лишь хотел поздравить Родзянко с Новым годом, но тот, не повернув головы, прокричал: «Вон, не прикасайтесь ко мне».
Этот случай обсуждал весь Петроград. Либеральная публика пришла в восторг. Родзянко вступил в открытый конфликт с царским министром и мгновенно превратился в кумира оппозиции. Протопопов не стал сносить оскорбления и вызвал Родзянко на дуэль. Тот поединок принял. Столица замерла в ожидании невиданного зрелища. В разгар тяжелейшей войны министр внутренних дел собрался стреляться с председателем парламента. В скандал пришлось вмешаться императору Николаю II. Царь попросту приказал министру отказаться от дуэли. И она не состоялась. Александр Дмитриевич. Но спокойствие в растревоженных умах не наступило. Приближалось 9 января, годовщина кровавого воскресенья. Я могу идти. Ступайте. Кровавое воскресенье. Расстрел шествия питерских рабочих с петицией к царю 9 января 1905 года. Войска применили против манифестантов огнестрельное оружие, в результате чего погибло свыше 1000 человек. Кровавая драма была результатом политических интриг и откровенных провокаций со стороны спецслужб и революционеров и послужила толчком к началу Первой русской революции 1905-1907 годов. 9 января ежегодно сопровождалось рабочими манифестациями, забастовками и массовыми беспорядками. Ждали их и в наступившем 1917 году. Ждали и готовились. Примечательно, что организацией всеобщей забастовки занимались не столько радикальные революционеры, сколько легальные политики, заседавшие в Думе. Либералы из так называемой рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете. Кроме того, оппозиция готовилась провести съезды военно-промышленных комитетов и организаций Земгора. В разгар всеобщей забастовки должны были открыться заседания Государственной Думы. Соединенными силами оппозиция собиралась нанести удар по власти. Военно-промышленные комитеты и Земгор создавались как общественные организации для помощи фронту на пожертвования частных лиц. Но к 1917 году все они в значительной степени финансировались государством, при том, что руководили ими в основном лидеры оппозиции. Невероятно, но именно структуры, существовавшие за государственный счет, готовили активное выступление и против царя, и против его правительства. Либералы раскачивали ситуацию как могли. Но в этот раз выступление не получилось. Власть запретила съезды. Некоторых активистов арестовали, а открытие Думы перенесли на более позднее время. В годовщину кровавого воскресенья рабочие провели забастовку. Но к социальному взрыву она не привела. Правительство выиграло этот очередной раунд политической схватки. Но, как выяснилось, эта победа стала для него последней. С 8 утра и до настоящего момента отмечается относительное спокойствие в массах. Митинги носят исключительно мирный характер. Как видно из докладов... Годовщина кровавого воскресенья прошла относительно спокойно. Министр внутренних дел Протопопов даже решил, что революция подавлена в зародыше, о чем и доложил царю. С министром внутренних дел соглашались и многие революционеры. И среди них Владимир Ульянов, более известный по одному из своих псевдонимов – Ленин. Владимир Ильич Ульянов-Ленин – сын инспектора народных училищ, получившего потомственное дворянство. Будучи студентом, примкнул к революционному движению. Неоднократно арестовывался, ссылался в Сибирь. Один из лидеров социал-демократической партии. После раскола партии на большевиков и меньшевиков возглавил ее большевистское крыло. В годы русско-японской войны активно сотрудничал с японским правительством, поставляя в Россию оружие и подрывную литературу, чем способствовал началу Первой русской революции. После ее окончания жил в эмиграции. Ярый сторонник политики террора. Тайно от членов партии организовал внутри Центрального комитета РСДРП группу под названием «Большевистский центр»,
которая добывала деньги для ленинской фракции с помощью грабежей, убийств и вымогательств. По некоторым сведениям, в годы Первой мировой войны через подставных лиц получал от немцев огромные суммы денег для подрывной и агитационной деятельности в России. Начало 1917 года застало Ленина в Швейцарии. В годовщину Кровавого воскресенья он выступал перед рабочей молодежью города Цюриха. Ленин говорил о причинах поражения Первой русской революции и мечтал о новой революции, которая должна была случиться в далеком будущем. Своим слушателям Ленин так и сказал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Сам Владимир Ульянов уже 17 лет почти безвыездно жил в эмиграции и имел довольно смутное представление о положении дел в России, а его партия была довольно малочисленной. Куда влиятельнее были либеральные партии, заседавшие в Думе, конституционные демократы, сокращенно кадеты, за которыми стояла городская буржуазия и интеллигенция, а также октябристы, представляющие крупных землевладельцев, и прогрессисты, представители бизнесменов и банкиров. В январе 1917-го призрак революции, казалось, отступил. Некоторые оптимисты полагали, что она побеждена навсегда. Но тучи над Россией продолжали сгущаться. Нараставшая смута, бесконечные заговоры в верхах, ропот уставшего от войны народа – все это готово было в любой момент разразиться настоящей бурей. Так начальник Петроградского охранного отделения Глобачев докладывал: «Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, одинаково как о намерениях правительственной власти в смысле принятия различного рода реакционных мер, так и равно и о предположениях враждебных этой власти группы слоев населения в смысле возможных и вероятных революционных начинаний и эксцессов. Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений, как с той, так и с другой стороны. Одинаково серьезно и с тревогой ожидают как разных революционных вспышек, так равно и дворцового переворота». Обстановка накалялась. Так называемая рабочая группа при военно-промышленном комитете продолжала организацию забастовок. 14 февраля, в день открытия очередной сессии Думы, в Петрограде бастовало около 100 тысяч человек. Рабочие устраивали потасовки с полицией. Появились революционные красные флаги. Зазвучали лозунги: «Долой войну!» «Да здравствует республика!» Впервые прозвучал еще один лозунг: «Хлеба!» Хотя никакого намека на голод в стране не наблюдалось. В самой Думе и вокруг нее было тихо. Ее председателю Михаилу Родзянко император Николай II недвусмысленно дал понять, что в случае открытой конфронтации с правительством царь просто распустит Думу. Родзянко отношения с властью решил не обострять. И, открывая сессию парламента, в своей речи говорил о доблести русской армии. Но другой депутат произнес речь куда более радикальную. Звали его Александр Керенский. Александр Федорович Керенский. Сын директора гимназии города Симбирска. Примечательно, что эту гимназию закончил Владимир Ульянов Ленин именно в те годы, когда отец Керенского был ее директором. Александр Керенский получил высшее юридическое образование в университете Санкт-Петербурга. Сотрудничал с революционными изданиями. Был арестован, но освобожден за недостаточностью улик. Получил известность как адвокат, защищавший революционеров и восставших крестьян. Находился под негласным наблюдением охранного отделения под кличкой «Скорый» из-за привычки бегать по улицам, на ходу запрыгивая в трамвай. Один из лидеров российского политического масонства. Керенский был известен как прекрасный оратор. Выйдя на трибуну, он стал произносить слова, которых раньше не слышали стены Таврического дворца. «И вот я и спрошу вас, господа члены Государственной Думы, поняли ли вы, что исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало?
как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в орудие издевательства над народом. С нарушителями закона есть только один путь – физического их устранения. Председатель поинтересовался, что Керенский имел в виду, и тот ответил. То, что совершил Брут во времена Древнего Рима. Марк Юний Брут был убийцей Юлия Цезаря, носившего титул римского императора. Намек Керенского был ясен. Он фактически призывал к физическому устранению императора. Это было неслыханно. Речь Керенского, пожалуй, чутьче всех других речей и общественных обнаружений, отражала в себе тот огромный потрясающий кризис, который с первых дней войны постепенно развивался в гигантском теле России. А к началу 1917 года уже окончательно назрел в нем во всех отношениях и направлениях и готов был разразиться неслыханной катастрофой. Речь Керенского вызвала большой скандал. Александр Федорович, вас ожидают. В любой другой стране, да еще во время тяжелейшей войны, человек, произносящий такие речи, был бы немедленно арестован. В Министерстве юстиции тут же подготовили ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности. Но председатель Думы Родзянко, получив бумагу из ведомства юстиции, вызвал Керенского в свой кабинет, где сказал: «Не волнуйтесь, Дума никогда не выдаст вас». Так и произошло. Власть пыталась привлечь Керенского к ответственности за подобные речи, но дело кончилось ничем. Шокирующие слова депутата всего лишь исключили из официальной стенограммы заседания, но сам он остался депутатом Государственной Думы. Гучков уже готовил план ареста Николая II. Заговорщики лишь ожидали отъезда императора на фронт, чтобы захватить царский поезд. Говорят, что узнав о выступлении Керенского в Думе, императрица Александра Федоровна сказала, что Керенского нужно повесить. Некоторые утверждают, что ее фраза звучала иначе. Керенского нужно повесить вместе с Гучковым. Предчувствуя грядущий бунт, власть еще пыталась его остановить. Рабочая группа при военно-промышленном комитете, которая занималась организацией забастовок, была арестована. Командующим Петроградским военным округом был назначен генерал-лейтенант Сергей Хабалов, который получил чрезвычайные полномочия, чтобы без лишних бюрократических проволочек подавлять массовые беспорядки. Сергей Семенович Хабалов, российский генерал-лейтенант осетинского происхождения, закончил Михайловское артиллерийское училище и Академию генерального штаба, служил на штабных должностях, а также начальником различных военных училищ. С 1914 года военный губернатор Уральской области. В военных действиях участия не принимал. В 1916-м назначен командующим Петроградским военным округом. Старый тыловой службист. Хабалов не был ни строевым командиром, ни опытным администратором. Отсутствие у него опыта и решительности сыграло решающую роль в последующих событиях.
Делом первой очереди, стоявшим перед генералом, был вопрос отправки на фронт запасных батальонов. Их численность порой достигала 12-15 тысяч солдат, что превышало норму в десятки раз. Личный состав этих частей всеми силами стремился уклониться от отправки на передовую и сидел в тылу, проедая казенные пайки, за что их презрительно называли «петроградским беговым обществом». Хабалов так и не смог организовать их отправку на фронт, отложив ее до весны. В результате в столице, где ситуация и без того была напряженной, практически без дела болталась огромная масса вооруженных солдат. Неспособность решить эту задачу могла стоить генералу должности, но министр внутренних дел Протопопов уговорил не увольнять Хабалова. Сам Протопопов, завоевавший к этому времени полное доверие императрицы, также оставался на своем посту, несмотря на все требования оппозиционных политиков его уволить. Обстановка становилась все более напряженной, когда в ход событий неожиданно вмешалась погода. Для Российской империи этот фактор оказался роковым. В середине февраля в Петрограде начались снегопады и ударили 30-градусные морозы. Паровозы выходили из строя. Из-за снежных заносов железная дорога стала работать с перебоями. На различных станциях застряло около 6 тысяч вагонов. В результате возникли сложности с доставкой хлеба в Петроград. Вместо 450 вагонов, ежедневно доставлявших продовольствие в столицу, через заносы пробивались чуть больше 100. Запасы муки в Петрограде уменьшились почти в 3 раза. За годы войны это были первые перебои с хлебом. Но катастрофы еще не было. Российская империя, в отличие от Германии, не страдала от нехватки продовольствия. Проблема была в их нерациональном использовании. Значительная часть урожая 1916 года была просто придержана крестьянами, которые ждали удобного момента, чтобы продать зерно подороже. Эффект оказался неожиданным. Еще осенью по России поползли слухи, что хлеб подорожает в 10 раз. Обыватели пугали друг друга повсеместным введением карточек. К тому времени карточки уже были введены в Москве, Харькове, Одессе и ряде других городов. Но они распространялись только на дефицитные продукты, такие, например, как сахар. Но если в провинции с продовольствием были сложности, то Петроград их не знал вообще. Однако взорвалась именно столица. Перебои со снабжением подняли новую волну слухов, в том числе и о том, что хлеб скоро начнут продавать только по карточкам. В этой наэлектризованной атмосфере началась новая забастовка на крупнейшем заводе города – Путиловском. Главный город империи, Петроград, был крупным промышленным центром. Важнейшие заводы столицы – Путиловский, Обуховский, Ижорский, Александровский и завод «Арсенал» имени Петра Великого – были передовыми предприятиями мирового масштаба. Только на Путиловском заводе работало 36 тысяч человек. Всего же на 902 столичных предприятиях трудилось порядка 400 тысяч человек, что составляло 1/5 населения 2-миллионного Петрограда. Политические симпатии значительной части рабочего класса столицы принадлежали различным революционным партиям и организациям. Рабочие лафетно-штамповочного цеха Путиловского завода потребовали от администрации повысить заработную плату на 50%. Руководство завода соглашалось, но только на 20% увеличение и немедленное возобновление работы. Такие условия бастующих не удовлетворили. Тогда заводоуправление заявило о закрытии цеха. В ответ на это решение прекратили работу и другие цеха. Реакция была жесткой. Администрация заявила, что Путиловский завод останавливает работу на неопределенный срок, а все без исключения рабочие будут уволены. Перед десятками тысяч путиловцев замаячила мрачная перспектива. В разгар войны остаться без средств к существованию. К тому же, с них автоматически снималось освобождение от военной службы, и в любой момент рабочие могли отправиться в окопы. Тем временем у продовольственных лавок Петрограда росли очереди. Запасы хлеба в столице были, ни о каком голоде речь не шла.
столица испытывала дефицит лишь в черном хлебе. Он был дешевле, его приобретали рабочие семьи, а потому именно за ним выстраивались длинные очереди. Ситуация не была критичной, в крайнем случае можно было использовать армейские запасы. Тем не менее, люди становились все более раздраженными. Посол Франции в России Марис Палеолог вспоминал о тех днях. «Сегодня утром у булочной на Литейном я был поражен злым выражением, которое я читал на лицах всех бедных людей, стоявших в хвосте, из которых большинство провело там всю ночь». С каждым часом, проведенным в очереди на морозе, озлобление людей росло. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнул бунт. Нету хлеба! Нету хлеба! И не будет сегодня! Хлеб! Хлеб закончился весь! Весь на фронт ушел хлеб! Кто грамотный? Что здесь написано? И так понятно, хлеба нет. Да вот же хлеб, вот, вон он его спрятал. Февраля возмущенные толпы стали нападать на пекарни и булочные, требуя хлеба. Царю об этих случаях не доложили. На следующий день император покинул столицу и отправился в Могилев, в ставку верховного главнокомандующего. Подготовка решающего весеннего наступления подходила к концу, и Николай решил, что его присутствие в Могилеве необходимо. Император снова предпочел сконцентрироваться на военных делах. Заняться решением внутренних проблем России он планировал после победы над внешним врагом. Заговорщики во главе с Гучковым давно ожидали отъезда императора. Они планировали захватить царский поезд и заставить Николая II отречься от престола в пользу сына цесаревича Алексея. У Гучкова имелись свои сторонники даже в высшем руководстве русской армии. Начальник штаба ставки верховного главнокомандующего генерал Алексеев, главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта генерал Русский, бывший военный министр генерал Поливанов и другие. Заговорщики не сомневались в своем успехе. Однако столь быстрый отъезд царя на фронт стал неожиданностью и для них, спутав все карты. В царском селе осталась императрица, переживавшая тяжелый психологический кризис. А в Петрограде власть, представленная премьером Голицыным, министром внутренних дел Протопоповым и командующим Петроградским военным округом генералом Хабаловым. Им предстояло первыми встретить грядущие испытания. В дороге Николай II записал в своем дневнике. День стоял солнечный, морозный. Читал, скучал и отдыхал. О беспорядках в столице в дневнике не было ни слова. О погромах булочных императору не докладывали. О сорвавшемся нападении на царский поезд он также не знал. В решающий момент русской истории царь практически оставался в полном неведении о происходящем. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Революция началась с незначительного повода и разразилась затем с необычайной силой и быстротой, и в этом смысле неожиданно. Все чувствовали чрезвычайное политико-социальное напряжение, но никто не думал, что взрыв произойдет так быстро и что события разыграются так молниеносно. We'll be right back.
Наступило 23 февраля. В наши дни после смены календаря эта дата приходится на 8 марта. Как и сейчас, в то время в России отмечали Международный женский день, или, как его еще называли, День работниц. Впервые его отметили в 1913 году, и он еще не был общенародным праздником. В первую очередь это был праздник женщин, которые трудились на заводах и фабриках. День работницы всегда проходил бурно, с шумными манифестациями, а зачастую и с массовыми стачками. Так случилось и в 1917 году. Рабочие текстильщицы Выборгского района Петрограда объявили забастовку. Кроме того, в центре столицы массовая демонстрация требовала улучшения условий женского труда. Вслед за женщинами последовали и мужчины. Много среди них было бастующих рабочих Путиловского завода. Вскоре стачка охватила десятки предприятий Петрограда. К требованиям хлеба бастующие скоро добавили и политические лозунги «Долой войну» и «Долой самодержавие». По полицейским сводкам бастовало 87 534 человека на 50 предприятиях. В центре Петрограда митинги и демонстрации поначалу проходили спокойно. Но на рабочих окраинах уже громили полицейские участки и магазины, переворачивали трамваи. День выдался погожим. Благодаря этому на улицах оказалось много гуляющего народа, и толпы бунтовщиков росли подобно снежному кому. Здесь были подростки, студенты, рассерженные обыватели, городские бездомные и бродяги, и просто зеваки. Беспорядки с окраин грозили перекинуться в центральные районы Петрограда. Полиция оказалась к этому не готова. Часто лицом к лицу с тысячами рабочих оказывалась всего горстка полицейских. Сдержать толпу озлобленных и взвинченных людей городовые не могли. Кое-где полицейские пытались грозить манифестантам оружием, но от этого становилось еще хуже. Городовых били, оружие отбирали. Однако это были отдельные случаи насилия в отношении стражей порядка. Чаще толпа протестующих вела себя не агрессивно. Демонстрации в основном носили мирный характер. В отдельных районах Петрограда подняли по тревоге казаков. Они считались надежной опорой царского трона. Уже не первое десятилетие власти привлекали казаков для борьбы с массовыми беспорядками и для разгона антиправительственных демонстраций. Так было во время Первой русской революции, так произошло и сейчас. В некоторых местах казаки вместе с полицией сумели оттеснить толпу, но протестующих было во много раз больше. Под ударами казачьих нагаек рабочие отступали, но не разбегались. Все чаще раздавались призывы на Невский. Параллельно с демонстрациями собралась на заседание Государственная дума. Царь перед тем, как уехать в Могилев, передал премьер-министру князю Голицыну свой указ о роспуске думы. В этом документе не было даты. Ее должен был проставить сам Голицын. Российский парламент, не зная, что находится в одном шаге от роспуска, продолжал свою работу. На события в Петрограде дума почти не реагировала, хотя о массовых демонстрациях знала. С утра здесь раздавались телефонные звонки. Однако наведение порядка в городе дума не обсуждала. Сведения о манифестациях депутаты использовали для новых нападок на царское правительство. Главным в повестке дня был продовольственный вопрос. Выступать в Думе пригласили крестьянина Козьму Егоровича Городилова. Thank you.
он начал с критики твердых цен. Низкие цены на хлеб погубили страну, убили торговлю и все земледельческое хозяйство. Крестьян снова закрепощают. Их заставляют засевать поля и отдавать хлеб по низким дешевым ценам. Выступление Городилова периодически прерывалось криками «Браво!». Депутат Андрей Шангарев, наоборот, требовал от крестьян уступок. Хлеб должен быть доставлен армии, населению, работающим на оборону и городам. Мы со своей стороны должны сказать с этой высокой трибуны, хлеб надо подвести, его надо сдать. Государственная дума должна сказать всем, кто имеет хлеб, дайте его. Не менее страстным стало обсуждение массовых забастовок и особенно стачки на Путиловском заводе. Депутат Матвей Скобелев начал свое выступление со слов о том, что страна с катастрофической скоростью двигается навстречу непонятным, но грозным событиям. Скобелев также взывал, но уже не к крестьянам, а к правительству и требовал хлеба для голодных рабочих. В своей речи он задавал вопрос. Что же происходит на улице? А улица продолжала бурлить. Полицейские заслоны и казаки были смяты. Толпа хлынула в центр и быстро заполонила два главных проспекта столицы – Невский и Литейный. Чтобы очистить Невский и Литейный от демонстрантов, власти стянули в центр Петрограда значительные силы полиции и казаков. Через час оба проспекта были свободны от митингующих. Пока городовые с казаками разгоняли народ, Государственная дума продолжала заседать. Депутат Шангарев заявил, что парламент должен потребовать от власти, чтобы та, наконец, решила продовольственную проблему или, как заявил Шангарев, убралась вон из государства. Закончилось заседание Думы принятием резолюции, в которой правительству предлагалось улучшить снабжение продовольствием и привлечь к этому процессу представителей рабочих. Заседание закрылось. Депутаты разошлись. Почти никто из них не догадывался, что манифестации и стычки с полицией были началом новой революции. Вечером 23 февраля на совещание под председательством генерала Хабалова собралось высшее военное и полицейское руководство Петрограда. За порядок в городе теперь отвечали военные. Министр внутренних дел Протопопов, получив отчеты своих подчиненных, не обнаружил ни малейшего беспокойства. Решил, что имеет дело с волнениями из-за нехватки продовольствия. Министр даже предложил Хабалову выпустить воззвание к населению и объявить, что хлеба в городе достаточно. Протопопов сел в автомобиль и лично объехал центр города. После этой поездки министр убедился, что обстановка спокойная. На улицах было уже пусто, везде дежурили усиленные наряды полиции. В Петрограде установилось затишье. О событиях дня Министерство внутренних дел отрапортовало. К вечеру 23 февраля усилиями чинов полиции и воинских нарядов порядок повсеместно в столице был восстановлен. Императору, который ехал в Могилев, о случившихся массовых беспорядках снова не доложили. Глава государства по-прежнему не знал о том, что творится в его столице, и никак не мог повлиять на разворачивающиеся события. Все было готово к отпору. Но и революция уже готова была разразиться самым неудержимым и победоносным образом. Перевяжи концы вперед! Зачем это еще? Что это за мода такая? Чтоб тебя сзади не схватили. Троих наших уже так задушили. Снова здравствуйте.
23 февраля 1917 года в Петрограде произошли первые массовые выступления, ставшие предвестниками будущей революции. В Италию, где жил русский философ и революционер Борис Яковенко, вести об этих событиях придут гораздо позже. Но через 7 лет в своей книге «История Великой Русской Революции» он напишет. Революция началась с незначительного повода и разразилась затем с необычайной силой и быстротой. И в этом смысле неожиданно. Никто не думал, что взрыв произойдет так быстро и что события разыграются так молниеносно. Уже первые демонстрации в Петрограде привели к кровопролитию. Лишь к вечеру 23 февраля на столичных улицах стало тихо, и высшие чиновники империи вздохнули спокойно. Им казалось, что беспорядки прекратились сами собой. Но долгая зимняя ночь прошла, и наступил новый день. Пятница, 24 февраля. Утро начиналось привычно. Рабочие пришли к проходным заводов и фабрик, но в цеха никто не пошел. Прямо у заводских ворот организовали митинг. Если 23 февраля на улицу вышло около 120 тысяч человек, то 24-го их число увеличилось до 210 тысяч. Агитаторы призывали выходить на улицу. Среди них были представители различных партий. И в первую очередь это были социалисты – меньшевики, эсеры, большевики. Но еще больше активистов не принадлежало ни к каким партиям. Сами события бурных революционных дней выдвинули этих людей на первый план. Их крик заводил толпу и вел ее на Петроградские улицы. Силы правопорядка агитаторам не противодействовали, и колонны двинулись к центру города. По всей столице были расклеены объявления генерала Хабалова. «Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве». Но это мало кого интересовало. Демонстранты срывали объявления и шли дальше. Раздавались крики «На Невский! На Невский!». В толпе пели революционные песни, скандировали лозунги «Долой царя! Долой правительство! Долой войну!». По дороге манифестанты останавливали трамваи и пролетки извозчиков. Били стекла в лавках. Лишь у мостов демонстрантам попытались перекрыть дорогу тонкие цепочки полиции. Начались стычки. В стражей порядка полетели камни и куски льда. Потом из толпы раздались и выстрелы. Казачьи разъезды никакой помощи полиции не оказали. Забастовщики стали прорываться через мосты или просто переходить Неву по льду. Конные полицейские открыли огонь. Но напор рассвирепевшей толпы сдержать не удалось. Полиция разбежалась, и демонстранты заполонили центральные улицы столицы. В полдень 24 февраля градоначальник Александр Балк сообщил начальнику Петроградского гарнизона генералу Хабалову, что полиция не в силах остановить толпу. Хабалов распорядился выслать подкрепление казакам и выдвинуть в центр города гвардейские полки – гренадерский, кексгольмский, московский, финляндский. Солдаты должны были перекрыть главные магистрали и усилить охрану правительственных зданий, а также мостов, почтовых и телеграфных отделений. Генерал отдал приказ войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка. К февралю 1917 года в Петрограде и пригородах дислоцировалось 380 воинских частей и армейских учреждений. Численность гарнизона превышала 460 тысяч человек. Из них в самом городе находилось около 200 тысяч солдат и офицеров. Основной силой Петроградского гарнизона считалась императорская лейб-гвардия. Старейшими полками
были лейб-гвардии Преображенский, Семеновский и Измайловский. Однако сами гвардейские части вместе с офицерами находились на фронте. В Петрограде оставались лишь их запасные батальоны. Большинство солдат в них были новобранцами, не знавшими ни боевого духа, ни военных традиций своих полков. Вчерашние рабочие и крестьяне, они не имели никакого боевого опыта. Многие даже не были приведены к присяге, и дисциплина среди них была крайне низкая. Парадоксально, но именно эти формально гвардейские части оказались менее всего пригодными для наведения порядка. Ответственность за обстановку в Петрограде теперь полностью ложилась на плечи военных. В дело вступала армия, и на первый взгляд положение митингующих становилось безнадежным. Казалось, революция была обречена на поражение. Но демонстрации продолжались всю пятницу. Казаки, которые должны были разогнать манифестации, вели себя нерешительно. Часто казачьи пикеты проезжали мимо собравшихся, улыбались революционным лозунгам, кланялись демонстрантам. От этого революционные массы приходили в восторг. Все чаще слышалось «казаки за нас», «казаки за народ». Несколько веков казачество было опорой императорского престола. Но в феврале 1917-го казаки, находившиеся в столице, все более и более неохотно участвовали в разгоне демонстраций и подавлении беспорядков. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». На Невском произошло первое столкновение с полицией, в результате которого оказалось ранено холодным оружием несколько десятков человек. Казаки и войска обнаруживали явное нежелание прибегать к решительным мерам против толпы. А в Могилеве, в ставке верховного главнокомандующего, император Николай II занимался повседневными делами. Главной его заботой была подготовка наступления русской армии. Из столицы приходили лишь сообщения императрицы о болезни детей. В этот день, 24 февраля, император записал в своем дневнике. В 10:30 пошел к докладу, который окончился в 12 часов. Погода была неприятная, метель. Погулял недолго в садике, читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру. О беспорядках императору никто не доложил. Императрица с детьми находилась в царском селе и о событиях в столице также не знала. В обычно шумной Государственной Думе царило спокойствие. Столица бурлила, а здесь продолжали обсуждать продовольственный вопрос. Заседание проходило вяло. О том, что происходит за стенами парламента, напоминал только солдатский караул, прибывший в Таврический дворец, чтобы охранять Думу. В конце заседания депутаты утвердили запрос к Совету министров по продовольственному вопросу и разошлись. Продолжаем. Не ощущалась тревога и в правительственных кабинетах. Генерал-майор отдельного корпуса жандармов Александр Спиридович, занимавший также пост градоначальника Ялты, вспоминал, что в этот день находился в столице и обсуждал с заместителем министра внутренних дел не революцию, а хозяйственные проблемы Крыма. В частности, вопрос ремонта знаменитой Ялтинской набережной. Генерал Спиридович, бывший начальник охраны царя, был опытным борцом с революционерами. Но даже у него не возникло тревоги. Безмятежно было и в Совете министров. Правительство заседало 5 часов, но о выступлениях в Петрограде никто даже не упоминал. Министр внутренних дел Протопопов на заседании отсутствовал. А премьер-министр князь Голицын узнал о беспорядках, когда неизвестные остановили его при переезде через Невский проспект. К вечеру 24 февраля митинги и демонстрации вновь пошли на убыль. Их участники разошлись по домам, чтобы следующим утром встретиться снова. 25 февраля 1917 года, по старому стилю. Суббота. Число манифестантов выросло до 300 тысяч человек. Всюду висели объявления генерала Хабалова. Командующий военным округом давал рабочим 3 дня на то, чтобы прекратить забастовку и вернуться в цеха. У мостов митингующих уже ждали патрули военных и полиции.
И снова городовые и солдаты не смогли сдержать толпу. Демонстранты перешли Неву по мостам и по льду. Главные улицы столицы опять стали местом многотысячной манифестации. Но теперь демонстранты были настроены куда как агрессивнее. Полицейских били, отнимали оружие. Когда стражи порядка пытались разогнать толпу, в них летели камни, бутылки. Иногда в городовых стреляли. Силы правопорядка пытались действовать решительнее. На трубочном заводе произошло столкновение с рабочими, и один из работников был застрелен офицером. На Знаменской площади у Николаевского вокзала полицейский попытался отнять у митингующего красный флаг. Вместе с городовыми здесь находились и казаки. Неожиданно один из казаков вынул из ножен шашку и ударил полицейского. Демонстранты добили несчастного пристава лопатами. До этого момента казаки и полиция действовали заодно. Но когда казак напал на полицейского, толпа пришла в неописуемый восторг и принялась качать станичника на руках. В других местах ничего подобного еще не происходило. Выполняя приказ, солдаты стояли лицом к лицу с демонстрантами, патрулировали улицы и охраняли государственные учреждения. Однако солдаты вели себя пассивно. Служащие охранного отделения докладывали. Вызванные в помощь полиции войска, хотя и не выказывают сочувствия демонстрантам, но не оказывают и устрашающего воздействия на участников уличных беспорядков. На одной из улиц, примыкающих к Невскому проспекту, дорогу демонстрантам преградила цепь солдат. Винтовки были взяты наперевес, штыки примкнуты. Рабочие в испуге отступили. К одному из них подбежал офицер с обнаженной шашкой и потребовал, чтобы рабочие уходили. Тот рванул на груди рубаху и стал кричать: «Дайте свободу или убейте меня!» Офицер вложил шашку в ножны и приказал солдатам отходить. Улица бурлила, а Государственная Дума продолжала заседать. Правда, в тот день депутаты работали совсем мало. Заседание длилось всего 49 минут. Новое назначили на вторник. Но состояться ему было не суждено. Субботнее заседание Государственной Думы оказалось последним в ее истории. К вечеру толпу уже не пытались разогнать. По демонстрантам начали стрелять. Государственная Дума уже закончила свое заседание, но городская дума Петрограда продолжала работать. К ее зданию демонстранты принесли тела своих убитых товарищей. Рутинное заседание Думы тут же превратилось в шумный революционный митинг. Вдоволь накричавшись, депутаты городской думы разъехались по домам. Разошлись и демонстранты. Только теперь, на третий день беспорядков, генерал Хабалов и министр внутренних дел Протопопов доложили императору о происходящем. Реакция царя была вполне закономерной. «Повелеваю завтра же прекратить беспорядки в столице, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». В дневнике царь оставил такую запись. «В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. Прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия». Императорский приказ был получен. Генерал Хабалов встретился с командирами воинских частей. Решили действовать по обстоятельствам. Неагрессивные толпы разгонять с помощью кавалерии, по агрессивным и вооруженным открывать огонь. Собрался и Совет министров. В первый раз с начала беспорядков правительство обсуждало происходящее на улицах. Министры спорили до 4 утра. В итоге согласились с планом Хабалова, который предлагал для устрашения расклеить по городу объявления с угрозой разогнать демонстрации с помощью оружия. Наступило воскресенье, 26 февраля. Утром
императору в Ставку ушла телеграмма. Генерал Хабалов сообщал: «Сегодня, 26 февраля, с утра в городе спокойно». Еще оптимистичнее был настроен министр внутренних дел Протопопов. Он доложил, что забастовка рабочих закончилась и порядок восстановлен. Реальность же была совершенно иной. По всему Петрограду были расставлены патрули военных. Солдаты охраняли мосты. Но в начале 12-го толпы демонстрантов двинулись к центру столицы. Мосты через Неву развели, но это толпу не остановило. Реку опять просто перешли по льду. Центр Петрограда вновь был наводнен демонстрантами. Вновь звучали призывы «Долой войну» и «Долой самодержавие». Объявления Хабалова просто срывали. Днем в Петрограде началась стрельба. В нескольких местах, когда демонстранты попытались прорвать армейские заслоны, по ним открыли огонь. Кое-кто не выдержал, стали разбегаться. Но в этот момент по солдатам открыли огонь и манифестанты. Кто именно стрелял, осталось неизвестным. Но стреляли отовсюду – с крыш, из подворотен, из толпы. На Знаменской площади у Николаевского вокзала огонь по толпе открыли солдаты лейб-гвардии Волынского полка. Стреляли и на других улицах. Счет убитых и раненых пошел на десятки человек. Обстановка становилась все более угрожающей. На окраинах Петрограда начали появляться баррикады. Рабочие громили полицейские участки. Из донесения агента охранного отделения. Невский проспект на всем его протяжении был очищен от толпы. Причем на Знаменской площади чинами полиции подобрано около 40 убитых и столько же раненых. Одновременно на углу Итальянской и Садовой улиц обнаружен труп убитого прапорщика лейб-гвардии Павловского полка с обнаженной шашкой в руке. В 5 часов дня на углу 1-й Рождественской улицы и Суворовского проспекта, произведенным войсками по собравшейся толпе залпом, 10 человек были убиты и несколько ранено. Этот день ознаменовался целым рядом кровавых столкновений и стоил манифестующим толпам около 150 мертвых и больше 400 раненых. Около 4 часов дня в Павловском полку была попытка солдатского возмущения. Солдаты из запасных батальонов лейб-гвардии Павловского полка днем несли службу на улицах и были потрясены происходящим. Вечером в казармах появились агитаторы, которые стали уговаривать гвардейцев не стрелять в народ. В результате несколько десятков солдат схватили винтовки и повалили на улицу. Путь им преградила полиция. Началась перестрелка. Стражам порядка подошло подкрепление из лейб-гвардии Преображенского полка. Сбунтовавшихся павловцев загнали в казарму и разоружили. Но часть из них успела убежать, захватив винтовки. Бунт был подавлен, но слухи о нем быстро облетели гарнизон Петрограда. Чрезвычайное происшествие в Павловском полку оказало серьезное воздействие на настроение солдат. Они все больше начинали колебаться. Полиция и преображенцы уже вели перестрелку с павловцами, когда Николаю II доставили телеграмму председателя Государственной Думы. Молчавший несколько дней Родзянко теперь бил тревогу. Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Когда Николай II покидал столицу, там царил относительный порядок. Как развивались события, ему не докладывали. Невозможно было поверить, что всего за 3 дня ситуация вышла из-под контроля правительства, думы, полиции и военных. А потому присланное сообщение показалось императору какой-то нелепицей. Он даже не придал значения этой телеграмме и прокомментировал ее так.
Опять этот толстяк Родзянко пишет мне всякий вздор, на который я ему не буду даже отвечать. В своем дневнике он записал: «Вечером поиграл в домино». Но стрельба по демонстрантам не дала ожидаемого результата. У протестующих росла уверенность в своих силах. Из донесения агента охранного отделения: народ уверился в мысли, что началась революция, что успех за массами, что власть бессильна подавить движение в силу того, что воинские части не сегодня-завтра выступят открыто на стороне революционных сил, что начавшееся движение уже не стихнет, а будет без перерыва расти до конечной победы и государственного переворота. Несмотря на подобные донесения, министр внутренних дел Протопопов оставался спокоен. Он был уверен, что генерал Хабалов подавит революцию. Но спокойствие Протопопова разделяли не все. Собравшиеся воскресным вечером у премьера Голицына министры наконец решились распустить Государственную Думу. Практически все понимали, что именно думские партии раскачивают ситуацию в столице, поощряя бунт. Голицын уже несколько дней имел царский указ о роспуске Думы, где нужно было только проставить дату. О роспуске Думы тут же сообщили ее председателю Родзянко. Тот немедленно отправил императору еще одну телеграмму и фактически ставил царя перед выбором: или отмена указа и уступки Думе, или крушение династии. Это походило на ультиматум. Николай на телеграмму не ответил. На Петроград опустилась ночь. Улицы столицы были пустынны. Патрулей военных и полиции почти не было. Все дожидались следующего дня. И события не заставили себя ждать. В ночь с воскресенья на понедельник в казармах Волынского полка солдатами была пережита глубокая психологическая драма, исход которой утром 27 февраля предрешил дальнейший ход событий. Весь предыдущий день солдаты провели лицом к лицу с революционной толпой. Митингующие обращались к военным, уговаривали их не стрелять в народ и не разгонять демонстрации. Солдаты слушали эти призывы, и их настроение менялось. В казармы они вернулись угнетенными. И ночью с 26 на 27 февраля обсуждали происходящее. Особенно горячо выступал унтер-офицер Тимофей Кирпичников, крестьянин из Пензенской губернии. Тимофей Кирпичников из семьи крестьян-старообрядцев считался первым солдатом, выступившим против царского строя, за что позже временным правительством был произведен в подпрапорщики. По воспоминаниям современников, кичился этими заслугами и вел себя развязно и нагло даже с командирами. В октябре 1917-го попытался вновь поднять бунт среди солдат уже против нового правительства, но на этот раз его план сорвался. Солдаты решили, что стрелять по митингующим они больше не будут. Тимофей Кирпичников поднял своих людей затемно. Солдаты разобрали оружие и построились. Когда пришел их командир, штабс-капитан Лашкевич, солдаты отказались его приветствовать по уставу. И вместо «здравия желаю, ваше благородие» прозвучало грозное «ура». Один из солдат заявил Лашкевичу, что стрелять по демонстрантам волынцы не станут. Тогда офицер достал телеграмму царя с повелением прекратить беспорядки и стал читать ее. Солдаты ответили неодобрительным гулом. Кто-то стал кричать: «Уходи от нас!». Штабс-капитан вышел из казармы, чтобы позвонить в штаб и доложить о бунте. Когда Лашкевич пересекал плац, из казармы начали стрелять.
Бунт еще можно было остановить. Но остальные офицеры забрали полковую кассу, знамя полка и бросились за ворота казармы. Восставшие солдаты толпой выбежали на улицу. После убийства командира у Кирпичникова и его товарищей дороги назад не было. Им грозил неминуемый расстрел. И волынцы стали вовлекать в мятеж другие полки. Первыми к ним присоединились солдаты лейб-гвардии Преображенского полка. Они разобрали винтовки, патроны, взяли несколько пулеметов. Офицера, пытавшегося остановить их, закололи штыками. К бунтовщикам присоединились солдаты из Литовского полка, а затем и другие части. Верная властям военная сила таяла буквально на глазах. Гарнизон столицы восстал. На улицах Петрограда снова собирались демонстранты, но теперь солдаты оказались на их стороне. Вскоре начались пожары. Было подожжено здание окружного суда. Горело жандармское управление. Пылала контрразведка. Толпа захватила главное артиллерийское управление и арсенал. При этом был убит заведовавший складами арсенала генерал Матусов. Было разгромлено Министерство внутренних дел и дом градоначальника. Толпа порой сама не осознавала, что творит. Здесь были сторонники Думы, либералы, эсеры, большевики, но большинство составляли простые рабочие, солдаты, студенты, служащие, разносчики из лавок, курсистки, домашняя прислуга, пьяницы и хулиганы. Они не принадлежали к партиям, не имели политических программ и мало представляли себе, за что именно выступают. Их ум будоражили слухи о введении карточек на хлеб, надоевшая всем война, желание немедленно разрешить все трудности и романтическая уверенность в том, что можно улучшить ситуацию прямо здесь и сейчас. Все равно каким путем. Азарт толпы, осознавший свою силу и безнаказанность, заставлял еще вчера мирных граждан строить баррикады, бросать в полицию камни и требовать смены власти. При этом никто не смог бы объяснить, какую именно власть они хотят установить. Толпа жила по законам толпы. Услышав выкрики «бей, жги, круши», она била городовых, поджигала лавки и крушила полицейские участки. Люди действительно верили, что эти действия приведут Россию к какой-то иной, еще никому неведомой свободе, к справедливости, порядку и благоустройству. И даже не догадывались, что именно сейчас, сию секунду, они собственными руками уничтожают свою страну, свое будущее и будущее своих детей. Не политики и революционеры, а именно эта толпа приведет страну к войнам, насилию и хаосу, каких еще не знала история. Восставшие стали штурмовать тюрьмы. Были взяты знаменитые кресты, тюрьма «Литовский замок» и дом предварительного заключения на Шпалерной улице. Вышедшие на свободу политические заключенные бросили в толпу клич «Идти и спасать Государственную Думу». В первых рядах выступающих были члены так называемой рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета Гвоздев и Богданов, ранее арестованные за организацию массовых забастовок. Они призывали защитить оппозиционную думу от царского правительства, считавшегося многими средоточием темных сил, заполонивших Россию. Толпа хлынула к Таврическому дворцу. Депутаты думы уже знали о восстании Петроградского гарнизона. Один из думских лидеров, Павел Милюков, жил прямо напротив казарм волынцев. Но когда солдаты восстали, он мирно спал. Депутата разбудил дворник и сообщил ему важные новости. Спал и депутат Керицкий. О восстании в Волынском полку ему сообщили по телефону. Спросонья Александр Федорович не сразу понял, какое значение имеет переход солдат на сторону революции, но осознав, что происходит, он бросился в Таврический дворец. Заседания Думы в тот день не было, но депутаты собрались на совещание.
они оказались в непростом положении. С одной стороны, Дума официально была распущена, и ее деятельность являлась незаконной. С другой, устраниться от происходящего она не могла. В отличие от Керенского, другие думцы не понимали сути происходящего. Наиболее горячие депутаты предлагали сразу объявить Думу учредительным собранием, то есть принять на себя всю полноту власти. Учредительное собрание – высший государственный орган из депутатов, избранных народом на основе всеобщего избирательного права. Учредительное собрание наделялось исключительным правом определять форму правления и вырабатывать конституцию государства, тогда как Государственная Дума состояла из представителей политических партий, часть из которых призывала к свержению монархии в России. Однако брать на себя роль учредительного собрания Государственная Дума не могла. В результате споров было принято менее радикальное решение. В Думе создали Временный комитет для восстановления порядка. Депутаты решили перестраховаться. Официально Дума была распущена, и любые ее действия были незаконными, тем более попытка взять на себя власть в стране. В случае победы правительства все участники этих действий были бы справедливо арестованы за соучастие в государственном перевороте. Но созданный депутатами новый комитет в случае поражения революции всегда можно было представить сторонникам действующей власти. В разгар совещания в зал ворвался офицер с просьбой защитить его. Он был начальником караула, охранявшего Думу, и его едва не убили восставшие. Депутаты оцепенели. Первым пришел в себя Керенский. Он выскочил на улицу, схватил за рукав первого попавшегося солдата и заявил: «Граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю – охранять Государственную Думу. Объявляю вас первым революционным караулом». Это был звездный час Керенского. Толпа заполонила Таврический дворец, и бывший адвокат произнес перед ней зажигательную речь. Он говорил о революции, требовал не проливать кровь и тут же пообещал арестовать одного из высокопоставленных царских чиновников – Ивана Щегловитова, председателя Государственного совета Верхней палаты парламента. И действительно, вскоре Щегловитова, которого давно не любила либеральная оппозиция, под конвоем доставили в Таврический дворец. Авторитет Керенского мгновенно вырос до небес. Ему приносили на подпись бумаги, с ним советовались, от него ждали указаний. Один из журналистов спросил Керенского: «Разве вы не знаете, что в данный момент вы всемогущий в России?» «Что ж, приятно было это слышать», — ответил тот. Уличный бунт был беззаконием. Но когда к беспорядкам открыто присоединилась Дума, это придало действиям толпы совершенно иной характер. Павел Милюков писал в «Эмиграции»: «Вмешательство Государственной Думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг, и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии». Положение самой Думы изменилось в одночасье. Несколько часов назад она была незаконным органом, нарушившим царский указ, а теперь возглавила государственный переворот, став для многих первым представителем новой власти. Бывший руководитель охраны императора генерал Спиридович так вспоминал об этой перемене: «Теперь в Думу шел всякий, кто считал себя на стороне революции. Солдат, убивший своего начальника, распропагандированный партийный рабочий, интеллигент, мечтавший за рюмкой водки о революции, радикальный журналист, беспаспортный еврей, экзальтированные девицы, молодые люди всяких взглядов и возрастов, авантюристы разных марок и выпущенные из тюрем преступники. Все стремились теперь в Государственную Думу. Дума стала штабом революции». Революция обрела свой первый штаб и получила вооруженную силу. Но она еще не одержала победу. В Петрограде еще оставалась старая власть. Царь находился в ставке и имел в своем распоряжении регулярные войска. Революцию еще можно было остановить. Днем 27 февраля военный министр генерал Беляев телеграфировал императору в ставку: «Начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Сейчас еще не удалось подавить бунт.
но твердо уверен в скором наступлении спокойствия. Для достижения коего принимаются беспощадные меры. Власти сохраняют полное спокойствие. На самом деле все было совершенно иначе. Верных своему долгу рот и батальонов становилось все меньше. Кроме того, они находились в разных районах города, и их нелегко было собрать в единый кулак. И самое главное, всем этим подразделениям не хватало энергичного и храброго командира. Такого человека искали и нашли. Им стал полковник Кутепов. Александр Павлович Кутепов. Генерал от инфантерии. Во время русско-японской войны служил в команде разведчиков, выполнявших самые опасные поручения. Получил орден Святого Владимира из рук императора. Первую мировую войну начал штабс-капитаном лейб-гвардии Преображенского полка и находился на фронте. Отличался невероятной личной храбростью, за что награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. Имел звание полковника. Когда Кутепов прибыл в Петроград в краткосрочный отпуск, его неожиданно вызвали в штаб Петроградского гарнизона. Господин генерал, полковник Кутепов. Александр. Здесь генерал Хабалов лично сообщил Кутепову, что тот назначается командиром карательного отряда и должен навести порядок в городе. Ну что, удачи вам, Александр Павлович. Кутепов принял командование, но тут же на его пути стали появляться самые неожиданные препятствия. Оказалось, что его солдаты со вчерашнего дня ничего не ели. Их вывели на улицы, а о питании никто не подумал. Кутепов приказал, чтобы офицеры сами купили солдатам еду. Затем он встретился с пулеметчиками. На вопрос, могут ли они по первому приказу открыть огонь, Кутепов услышал, что пулеметы к бою не готовы. Машинное масло и вода, необходимые для пулеметов, попросту замерзли. Пришлось послать несколько человек в казармы, чтобы они привели пулеметы в порядок. Несмотря на все эти сложности, полковник вместе со своими солдатами двинулся к Невскому проспекту. На пути его догнали и передали новый приказ – идти к Зимнему дворцу. Пробиться ко дворцу через Невский было невозможно. Отряд двинулся по Литейному проспекту. По дороге встречались группы растерянных солдат разных полков. Вслед за своими восставшими товарищами они вышли на улицы, но не знали, что делать. Многие попросту боялись наказания. Кутепов пообещал, что если они вернутся в свои части, то никто не будет предан суду. Солдаты начали расходиться, а отряд Кутепова продолжил движение. Повсюду шла беспорядочная стрельба. Носились автомобили с красными флагами. Кое-где восставшие предпочитали спасаться бегством. Но несколько раз отряду приходилось вступать в бой. Появились убитые и раненые. Силы были явно неравны. Солдат, перешедших на сторону революции, было значительно больше. Чтобы победить, одной только воли гвардейского полковника было недостаточно. Вскоре маленький отряд Кутепова прекратил существование. Его солдаты и офицеры рассеялись по улицам Петрограда. В других частях, сохранявших верность присяге, дела обстояли не лучше. На площади перед Зимним дворцом собрался отряд из солдат гвардейских полков и матросов гвардейского флотского экипажа. Офицеры ждали приказа, но приказа не было, а морозы стояли крепкие. И, прождав несколько часов, солдаты и матросы разошлись. В тот же день пал еще один оплот власти – охранное отделение. Охранное отделение – полное название отделения по охранению общественной безопасности и порядка. Местный отдел департамента полиции Министерства внутренних дел, занимавшийся политическим сыском и расследованием преступлений против государства. Создан в 1866 году после очередного покушения на императора Александра II. Утром 27 февраля к зданию, где находилось охранное отделение, прибыл взвод солдат. Они должны были охранять его офицеров и чиновников. Начальник отделения генерал Глобачев спросил командира,
Будут ли солдаты стрелять в революционную толпу? Смущенный офицер ответил, что он не уверен в этом. Тогда Глобачев отпустил солдат. Указания от министра внутренних дел не поступало. Когда стало известно, что к отделению идет разъяренная толпа, генерал Глобачев распустил весь личный состав и затем ушел сам. Вскоре толпа ворвалась в опустевшее здание, подвергнув его жесточайшему разгрому. Все архивы и дела были сожжены. Охранное отделение прекратило свое существование. На улицах бушевала революция, когда на квартире премьер-министра Голицына собрались министры. На совещание приехал генерал Хабалов. Он был напуган. Руки командующего военным округом тряслись, голос дрожал. Министрам срочно пришлось прервать совещание. Прошел слух, что к дому приближается толпа. Спустя несколько часов правительство собралось вновь, теперь в Мариинском дворце. Министра внутренних дел уговорили подать в отставку. Люто ненавидимый либеральной оппозицией Протопопов согласился. Но изменить это уже ничего не могло. Кроме того, ключевое министерство оказалось вообще без какого-либо руководства. Вечером князь Голицын отправил царю телеграмму о том, что Совет министров объявляет Петроград на осадном положении. Глава правительства также просил прислать в столицу популярного генерала и освободить всех министров от занимаемых должностей. В этой телеграмме Голицын признавался, что правительство не может справиться с беспорядками. Телеграмму отправили, министры продолжили совещаться. И тут в Мариинский дворец ворвалась революционная толпа. Начался погром. Последнее совещание Совета министров Российской империи завершилось. К ночи столица была решительно и бесповоротно в руках революционеров. Даже не присоединившиеся к восставшим войска тщательно избегали всяческих столкновений и держали вооруженный нейтралитет. К вечеру 27 февраля на стороне революции находилось уже более 60 тысяч солдат. Остальные войска Петроградского гарнизона пока еще выполняли приказы своего начальства. Командование военным округом во главе с генералом Хабаловым собралось в здании Адмиралтейства. Генералы совещались, выдвигали и отбрасывали разные планы, и все больше надежд возлагали на помощь с фронта. В то, что они могут затушить революционный пожар собственными силами, не верил никто. Ночью императору в ставку ушли две телеграммы. Начальник Петроградского гарнизона генерал Хабалов. Прошу доложить его императорскому величеству, что исполнить повеление о восстановлении порядка в столице не мог. Большинство частей одна за другими изменили своему долгу, отказываясь сражаться против мятежников. Военный министр генерал Беляев. Положение в Петрограде становится весьма серьезным. Военный мятеж немногими оставшимися верными долгу частями погасить пока не удается. Напротив того, многие части постепенно присоединяются к мятежникам. Начались пожары, бороться с ними нет средств. Необходимо спешное прибытие действительно надежных частей, притом в достаточном количестве, для одновременных действий в различных частях города. После того, как отряд Кутепова рассеялся, сам полковник был вынужден скрываться в первом попавшемся доме. На улицах разъяренная толпа разыскивала офицеров. В этом же доме оказались сестры Милосердия, которые предлагали полковнику переодеться санитаром, чтобы незаметно сбежать. Но Кутепов отказался.
А менее чем через год на Дону он будет участвовать в организации добровольческой армии для похода против большевиков. В это время к нему в штаб привели некоего офицера, который развязно сообщил Кутепову, что желает бороться с большевиками. На вопрос, кто он такой, офицер рассказал, что он был одним из первых солдат, выступивших против царского режима. Это был Тимофей Кирпичников, поднявший бунт в Волынском полку. По приказу Кутепова так называемый первый солдат революции был расстрелян на месте. Его тело оставили лежать в придорожной канаве. Вечером 27 февраля в Петрограде сопротивление всех сил, оставшихся верными царскому правительству, практически прекратилось. Все нереволюционные еще оазисы были кругом обложены революционными массами. И их падение было теперь вопросом нескольких часов. Вести из Петрограда доходили до Италии с большим опозданием. Ни газеты, ни письма и телеграммы не могли поспеть за стремительно развивающимися событиями. Русского революционера Бориса Яковенко отделяли от родины сотни километров и линии фронтов. Но даже находясь вдали от России, Яковенко понимал, что там назревают решающие события. Вечеру 27 февраля 1917 года хаос в городе достиг наивысшей точки. К толпам митингующих присоединились взбунтовавшиеся войска. Практически все государственные органы прекратили свое существование. Толпа громила магазины, лавки, правительственные учреждения и тюрьмы. Солдаты прямо на улицах расстреливали офицеров. Российский император узнал об этих событиях, когда в столице законной власти практически не существовало.
Опасность того, что стихия перекинется на всю страну и на армию, была очевидна. Весь день 27 числа Николай II выжидал, понимая, что введение войск в Петроград повлечет за собой уже тысячи жертв. Но к вечеру стало ясно, что войска должны двинуться в столицу и восстановить порядок. Командовать ими назначался генерал Николай Иванов. Иванов Николай Иудович, генерал от артиллерии, герой русско-турецкой и русско-японской войн. В начале Первой мировой командовал Юго-Западным фронтом. Под его началом русские войска одержали первые громкие победы и взяли Львов. Во время великого отступления русской армии был снят с должности и назначен состоять при императоре в ставке верховного главнокомандующего. Пользовался полным доверием Николая II. На уже немолодого генерала возлагалась ответственная задача. Потушить революционный пожар в столице в крайне сжатые сроки, не допуская лишнего кровопролития. Я рад и счастлив помочь вам, Ваше Величество. Но как это сделать? С самого начала у Иванова возникли сомнения в успехе своей миссии. Вот, господа. Полномочия генералу дали обширные. Он назначался командующим Петроградским военным округом. Имел право отдать любое подозрительное лицо под суд военного трибунала, сформировать новое правительство и назначить министров. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Издевайтесь, что ли? Начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев приказал отправить в распоряжение Иванова части, верность которых не вызывала сомнения. Но вскоре стало ясно, что для сбора сил потребуется несколько дней, а действовать нужно было незамедлительно. Иванов направился в Царское село, не дожидаясь войск. Под его началом находился лишь один батальон – 800 человек вместо 40 тысяч. А в Петрограде продолжала бушевать революция. Таврический дворец, где заседала Государственная дума, стал ее центром и штабом. Буквально в одночасье сбылись самые смелые мечты русской либеральной оппозиции. Одновременно с этим произошло событие, тогда мало кем замеченное, но именно оно оказало судьбоносное влияние на весь ход отечественной истории. Седьмого февраля в Таврический дворец пришла группа из трех человек и попросила предоставить им комнату для заседаний. Они назвались исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов. Комитет представляли депутат Думы Чхеидзе, а также Гвоздев и Богданов, два освобожденных из тюрьмы члена рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете. Именно эта рабочая группа занималась организацией массовых забастовок в Петрограде в начале революции. Комнату представителям совета выделили. И в ночь на 28 февраля состоялось его первое заседание. Председателем был Чхеидзе, а его заместителями стали Скобелев и Керенский. Было принято воззвание к населению Петрограда и России, а также одобрено создание собственного вооруженного формирования рабочей милиции. Заседание совета проходило эмоционально. Публика слушала ораторов, хотя не вполне понимала, кто они такие и кого представляют. Присутствовавшие на заседании еще не знали, что они стали свидетелями исторического события. На их глазах появился новый орган власти, который вскоре станет известен как Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Советы.
альтернативные органы власти, избираемые населением, впервые появились во время революции 1905 года. После ее поражения прекратили свое существование. В 1917 году советы были созданы из так называемой рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете, которая при поддержке оппозиционных политиков стала организатором массовых беспорядков в Петрограде. Чхиидзе, Гвоздев, Богданов, Керенский вовсе не были туда избраны. Воспользовавшись политическим хаосом, они фактически назначили себя руководить советами. А сами советы объявили органом, который выражает волю народных масс. Созданный ими временный исполком призвал рабочих избирать по одному депутату на 1000 рабочих и по одному солдату на каждую роту. Ни одного большевика в исполкоме не было. В будущем советы во многом саботировали решения временного правительства, стремясь захватить власть. К осени 1917 года, благодаря усилиям Ленина и его соратников, руководство в советах захватили большевики. С тех пор советы стали нарицательным именем большевистской советской власти. Во время первого же заседания исполкома совета стало очевидно, что победившая оппозиция не является единой политической силой. Власть в стране мог захватить тот, кто был активней, напористей и агрессивнее. Решение о создании собственных вооруженных формирований недвусмысленно давало понять о намерении Совета прибрать власть к своим рукам. Многие депутаты, как, например, Керенский, успевали работать и в Совете, и во Временном комитете Государственной Думы. Сам Временный комитет во главе с Родзянко понимал, что действовать нужно быстро. А потому в ночь на 28 февраля комитет объявил, что берет на себя всю полноту власти в стране и издал соответствующее воззвание. Члены Временного комитета нервничали. Они знали о движении в столицу отряда генерала Иванова. Родзянко уже объявил о захвате власти, за что вполне мог быть расстрелян. Однако в страхе он все время повторял: «Я не желаю бунтовать. Я никаких революций делать не желаю». При этом первые же действия новой власти давали понять ее цели. По распоряжению Родзянко, висевший в Думе царский портрет, вырвали из рамы и разорвали в клочья. Сам Родзянко слал телеграммы Алексееву и командующим фронтами с просьбой сохранять спокойствие. Ночь с 27 на 28 февраля многим показалась вечностью. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Народными войсками было занято Адмиралтейство, где до сих пор скрывались еще некоторые члены старого правительства. Зимние Мариинские дворцы с Петропавловской крепостью перешли в руки революционеров окончательно еще ранним утром. У Государственной Думы собрались толпы ликующих петроградцев с красными знаменами. Эти красные флаги и банты, как и обращение «товарищ», были введены вовсе не большевиками, а появились именно в дни февральских событий. В Таврический дворец приезжали делегации. Депутаты произносили горячие речи под раскатистое «Ура!». Стоял несмолкаемый шум. Сюда же свозили задержанных офицеров и чиновников. Под арестом оказались отставные премьер-министры Борис Штюрмер и 70-летний Иван Гремыкин. Этого старика подняли прямо с постели, и в здание Думы он прибыл в странном виде. Поверх ночной рубашки на нем была надета цепь ордена Андрея Первозванного, высшего ордена империи. Вскоре был арестован генерал Хабалов. Министр внутренних дел Протопопов пришел сдаваться сам. От революционного самосуда его едва успел спасти Керенский. При этом начальник Петроградского жандармского управления генерал Волков, как и многие простые стражи порядка, был зверски убит толпой. За дни февральских беспорядков только в Петрограде со стороны восставших погибло около 300 человек. 1200 человек ранены. Было убито около 80 офицеров Балтийского флота. Много военнослужащих и полицейских со стороны правительства. Николай II оставался в Ставке, куда поступали тревожные телеграммы. Императрица Александра Федоровна сообщала супругу: «Революция вчера приняла ужасающие размеры. Известие хуже, чем когда бы то ни было». Она просила Николая сделать несколько шагов навстречу оппозиции.
Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. Однако царь сохранял твердость. Он отказался отправлять в отставку премьера Голицына, хотя тот сам просил об этом. Договариваться с либералами император не стал. Он очень беспокоился за жену и здоровье детей и принял решение ехать к семье в царское село. Ранним утром 28 февраля царский поезд покинул Могилев, однако до царского села он так и не добрался. В это утро Родзянко направил депутата Бубликова взять под контроль Министерство путей и сообщения. Тот в сопровождении двух офицеров и отряда солдат прибыл в железнодорожное ведомство, где арестовал министра путей и сообщения Войновского Кригера. В 13:50 Бубликов разослал по всей империи телеграммы. Железнодорожники. Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы взял в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени Отечества. От вас теперь зависит спасение Родины. Так весть о революции долетела до крупных городов России. Однако основное население страны узнало о ней лишь в апреле. Бубликов приказал задерживать все воинские эшелоны, чтобы остановить продвижение отряда Иванова, и распорядился взять под контроль движение императорского поезда. Вечером того же дня царский состав задержали на станции Малая Вишера, якобы из-за того, что революционеры перекрыли железную дорогу. Слухи не подтвердились, но царь согласился изменить маршрут. Вместо царского села поезд повернул на Бологое и Псков. Из дневника императора. Ночью повернули со станции Малая Вишера назад, так как Любань и Тосна оказались занятыми. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановились на ночь. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор. Доехать до царского села не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс, должно быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам, Господь. Первого марта в 3 часа дня Николай прибыл на станцию Дно, где ему сообщили, что председатель Государственной Думы Родзянко просит об аудиенции. Время шло. Родзянко не появлялся, и Николай решил продолжить движение в сторону Пскова. В это время Родзянко находился в столице и телеграммами пытался убедить генерала Алексеева в том, что Петроград находится под его полным контролем. Он утверждал, что введение войск приведет к новой вспышке насилия, и спасти страну может только отречение Николая II от власти. Поверил ли этому генерал Алексеев, неизвестно, но с этого момента он фактически стал посредником между императором и бунтующим парламентом. До этого Алексеев отправлял командующим фронтам информацию о хаосе в столице, что соответствовало действительности. Теперь он сообщал, что беспорядки прекратились, а опубликованное правительством воззвание говорит о незыблемости монархии. О требованиях, которые касались отречения, Алексеев не сообщал. Поезд императора прибыл в Псков. Командующий Северным фронтом генерал Русский должен был встретить Николая II на вокзале, но приехал туда с опозданием. Сделал он это умышленно, демонстрируя свое неуважение к царю. Русский был известен своими либеральными взглядами, находился в тесном сотрудничестве с оппозицией и лично недолюбливал Николая II. Император все понимал, но никогда не опускался до того, чтобы реагировать на подобное к себе неуважение. Он принял Русского в своем вагоне. Через час из ставки сообщили, что Москва охвачена восстанием. В Кронштадте беспорядки.
а командующий Балтийским флотом вице-адмирал Непенин фактически признал власть Временного комитета. Через час пришла новая телеграмма. В Кронштадте анархия. Офицеры арестованы. Военный губернатор Кронштадта вице-адмирал Вирен заколот штыками на якорной площади города. В это время русский уговаривал императора пойти на уступки, передать власть новому правительству, ответственному перед Думой. Николай II не соглашался. Ему предлагали царствовать, но при этом не управлять. Получая власть, император принимал одновременно как долг перед Богом ответственность за управление государственными делами. Если он согласится передать свои права другим, то лишит себя возможности управлять событиями, при этом ответственность останется на нем. Другими словами, передача власти правительству, которое будет ответственно перед парламентом, не избавит царя от ответственности за действия этого правительства. В сложившихся обстоятельствах у императора было лишь два выхода. Либо отречься от престола, либо утопить столицу в крови, но вернуть себе власть. Николай пытался объяснить русскому, что люди, которые претендуют на власть и народное доверие, не имеют ни этого доверия, ни компетентности, ни нравственных способностей для управления страной. Тем более в условиях войны и анархии. Император был прав в своих оценках. Временное правительство, составленное из оппозиционных политиков, окажется совершенно беспомощным в управлении государством и армией. Обещания, данные народу, выполнены не будут. После большевистского переворота министры и либеральные политики отправятся в эмиграцию, не оказав большевикам никакого сопротивления. Русский в своем стремлении убедить царя дошел до того, что топал ногами и стучал рукой по столу. Но единственное, на что император соглашался, назначить Родзянко главой правительства и предоставить ему право назначить некоторых министров. В это время из Могилева пришла телеграмма от генерала Алексеева. Он утверждал, что беспорядки перекинутся на другие города России, а это парализует железнодорожное сообщение и снабжение армии. Восстанут войска, находящиеся на фронте. Единственная альтернатива этому хаосу – создание правительства из либеральной оппозиции во главе с Родзянко. К телеграмме прилагался проект соответствующего царского манифеста. Лишь после этого Николай вынужден был согласиться. Манифест был подписан. Русский сумел убедить императора отказаться от подавления революции вооруженной силой. Уже находясь в ссылке, император скажет доктору Деревенко, лечившему его сына: «Бог не оставляет меня. Он дает мне силы простить всех моих врагов и мучителей. Но я не могу победить себя еще в одном. Генерал-адъютанта русского я простить не могу». Русский немедленно связался с Родзянко и сообщил, что император дал согласие на создание правительства, ответственного перед Думой. Но Родзянко назвал решение о создании нового правительства запоздалым. «Очевидно, что Его Величество и вы не отдаете себе отчета, что здесь происходит. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко. Считаю нужным вас осведомить, что то, что предлагается вами, уже недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром. Едва сформированное правительство, которое еще не успело даже приступить к своим обязанностям, уже требовало отречения императора». В тот же вечер, 1 марта, отряд генерала Иванова прибыл в Царское село. Его встретил полковник генерального штаба Домоневский, который стал убеждать Иванова, что применение силы только ухудшит ситуацию. Иванов встретился с императрицей Александрой Федоровной и получил от нее неожиданный приказ – покинуть Царское село вместе с прибывшими войсками. Императрица не желала братоубийственного кровопролития. «Не надо стрельбы, не надо стрельбы», – повторяла она. Вскоре Иванов получил телеграмму от императора. «Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать». Против решительных действий Иванова возражал и генерал Алексеев. Он писал, что в Петрограде войска подчинились Государственной Думе и ждут приезда императора для назначения новых выборов. Поэтому Иванову нужно отказаться от применения силы.
Однако Иванов с одним батальоном и не мог предпринять никаких мер. Его войска находились в пути и могли прибыть только через день. Где находились его части, генерал не знал. А войска никуда и не двигались. По приказу генерала Русского эшелоны были остановлены. Иванов направился на станцию Александровскую, где находился выделенный в его распоряжение Тарутинский полк, но доехал лишь до станции Сусанина. Эшелон загнали в тупик, а Иванову вручили телеграмму от комиссара Временного комитета Бубликова. Тот угрожал, что в случае продвижения к Петрограду войска Иванова будут обстреляны из артиллерии. Вскоре Иванову поступило распоряжение от императора вернуть на фронт все собранные для похода на Петроград части. Так закончилась последняя попытка восстановить порядок в столице Российской империи. Генерал Иванов не знал ни о разговоре императора с Русским, ни о том, что накануне вечером 1 марта произошло совместное заседание Временного комитета и Петроградского совета по формированию нового правительства. Временный комитет, захвативший власть, обнаружил себя в полной власти толпы, собравшейся возле дворца. И симпатии этой толпы были на стороне Петроградского совета, хотя заседавших представителей совета народ не выбирал. Сам совет этим умело пользовался и поставил условие: Николай II должен отречься от престола. Власть от Временного комитета перешла к Временному правительству. Его председателем стал князь Георгий Львов, Керенский – министром юстиции. В состав правительства вошли многие члены Временного комитета Думы, а вот места для ее бывшего председателя в нем не нашлось. Император, который в Пскове был вынужден обсуждать правительство во главе с Родзянко, не знал, что государственная карьера последнего уже бесславно закончилась. В Петрограде установилось двоевластие. С одной стороны, бывшие депутаты Думы совместно с Советом рабочих депутатов избрали временное правительство. С другой, сам Совет претендовал на то, чтобы взять власть в свои руки. Но оставался законный правитель России, император Николай II, который мог собрать еще сотни отрядов, чтобы подавить революцию. Участникам переворота требовалось любой ценой добиться его отречения от престола. Для этого в Псков отправились Александр Гучков, получивший пост военного министра, и депутат Шульгин. Чтобы подкрепить их позицию, генерал Алексеев сообщил командующим фронтами, что новая власть требует отречения императора. Его телеграммы получили. Великий князь Николай Николаевич, генералы Сахаров, Брусилов, Эверт, а также командующие Балтийским флотом адмирал Непенин и Черноморским флотом адмирал Колчак. Алексеев просил всех направить в ставку их мнение. Император не знал об этих телеграммах. Но он прекрасно понимал, какие беды обрушатся на страну после того, как она окажется в руках властолюбивых политиков. Он знал, что никакого народного доверия они не имеют и опираются лишь на рев толпы. А прикрываться все эти политиканы будут им, императором. И отвечать перед народом придется ему. И царь принял решение. Когда на следующий день Николай прогуливался по перрону, он встретил генерала Русского. Император сообщил генералу, что склоняется к отречению от престола. К 2 часам дня начали приходить ответы из штабов. С необходимостью отречения согласились все, кроме адмирала Колчака. Тот на телеграмму Алексеева не ответил. Родственник императора, великий князь Николай Николаевич, писал: «Считаю по долгу присяги и по духу присяги коленопреклоненно молить государя отречься от короны, чтобы спасти Россию и династию». Великий князь, которого прозвали Лукавым, хитрил и теперь. Эти ответы были прямым нарушением присяги.
Военнослужащий русской армии принимал присягу на верность исключительно императору и клялся на Евангелии служить ему до последней капли крови, отстаивать его права и, в первую очередь, право на власть. А потому даже коленопреклоненная просьба об отречении была нарушением и самой присяги, и ее духа. Командующие фронтами стали фактически первыми нарушителями этой присяги, что повлекло за собой ее нарушение всеми остальными военнослужащими. Командующий, который нарушает присягу сам, подает пример своим подчиненным, а человек, нарушивший присягу один раз, нарушит ее снова. Дальнейшие события лишь подтвердили этот факт. Вскоре войска дадут присягу временному правительству, но нарушат и ее. В дальнейшем большинство офицеров и генералов присягнут уже новой власти и перейдут на службу большевикам. К концу 1918 года большевикам служили более 22 тысяч бывших офицеров и генералов. Высшее командование Красной Армии более чем на 95% состояло из высших чинов императорской армии. Однако военная карьера тех командующих, которые призвали императора к отречению, фактически закончилась. Генерал Алексеев стал одним из создателей добровольческой армии, но в 1918 году умер. Великий князь Николай Николаевич в 1919 году отправился в эмиграцию. Генерал Брусилов перешел на службу в Красную Армию, где занимал скромную должность инспектора кавалерии. Генерал Эверт арестован большевиками и убит конвоирами по дороге в Москву. Генерал Сахаров расстрелян бандитами в Крыму. Адмирал Непенин был зверски убит в Кронштадте, а его труп выставили на глумление. Генерал Русский арестован большевиками и зарезан председателем Северо-Кавказской ЧК Оторбековым. Немедленное решение, которое могло бы привести к прекращению беспорядка и к сохранению армии, учитывая создавшееся преступное положение, я непоколебимо верен по решению согласованного заявления председателя Государственной Думы, как единственное, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужаса анархии. Для сохранения возможности продолжить биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищу. Получив согласие генералов на отречение, Русский прибыл к императору. Николай II выслушал его спокойно, а затем ответил. «Я решился. Я отказываюсь от престола». Сказав это, царь перекрестился. Генералу Алексееву он отправил телеграмму. Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай. Регентом при несовершеннолетнем Алексее становился младший брат царя, великий князь Михаил Александрович. Первыми об отречении императора узнали члены его свиты. Это сообщение всех шокировало. Но Николай показал стопку телеграмм от командующих фронтами и сказал: «А что мне осталось делать? Меня все предали, даже Николаша», имея в виду великого князя Николая Николаевича. На вопрос своих приближенных, чем он собирается заняться, император ответил, что хочет посвятить себя воспитанию сына. Но личный врач царя Федоров заметил, что сыну императора, Алексею, скорее всего, придется жить в семье регента, то есть великого князя Михаила. Осознав, что его могут лишить и сына, Николай внес изменения в акт об отречении. Российский трон передавался непосредственно Михаилу Александровичу. Вечером того же дня в Псков прибыли Гучков и Шульгин. Николай подписал акт об отречении. Назначил князя Львова председателем Совета министров, а великого князя Николая Николаевича – верховным главнокомандующим. Что ожидает страну в это сложное для нее время? Тем более, когда идет война, Ваше Величество.
Ночью он отбыл в ставку и записал в дневнике. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость. И обман. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Сведения об окончательном отречении Николая II от престола достигли до столицы лишь во вторую половину ночи. Утром рано во Временном комитете Государственной Думы начались переговоры и споры относительно того, как отнестись к передаче Николаем II государственной власти своему брату. Общее настроение рабочих и солдатских масс было решительно неблагоприятно такому разрешению вопроса. Утром 3 марта в некоторых воинских частях началась присяга новому царю Михаилу II. Но престол он так и не получил. Гучков и Шульгин прибыли в Петроград. На Варшавском вокзале их встретила толпа. Когда Гучков попытался провозгласить здравицу в честь императора Михаила, подстрекаемые советом рабочие пришли в ярость. Они требовали уничтожить манифест об отречении, арестовать царя и провозгласить республику. 3 марта в 6 часов утра члены Временного правительства связались с великим князем Михаилом Александровичем и договорились о встрече у него на квартире. Большинство приехавших советовали великому князю не принимать верховную власть. Правительство одно, без монарха, подобно утлой ладьи, которая может потонуть в океане народных волнений. Правительство одно без него не выживет. Ну, для чего вы так говорите? Я уверен. Да, бросьте. Михаил потребовал отдельного разговора с Родзянко и князем Львовым. Он спросил, может ли Дума гарантировать его личную безопасность. После заявления Родзянко, что это невозможно, великий князь согласился подписать акт непринятия престола до решения этого вопроса учредительным собранием. Согласно подписанному акту, Временное правительство обязалось в кратчайшие сроки обеспечить созыв учредительного собрания. В него должны были войти избранные народом представители всех регионов страны. Только учредительное собрание наделено правом решать, какой именно будет форма будущего государственного устройства – монархия или республика. За несколько последующих месяцев будет проведена огромная работа по выбору народных представителей. Однако Временное правительство и Советы всеми силами будут откладывать созыв учредительного собрания. Его депутаты соберутся на свой единственный съезд лишь осенью 1917 года после большевистского переворота. По приказу Ленина и его правительства учредительное собрание будет разогнано силой оружия, что станет одним из поводов к началу гражданской войны. Несмотря на отречение императора, страх у советов перед царем был все еще велик. Подавляющее большинство населения страны, несомненно, оставалось на стороне императора. Лишь его арест виделся советом единственным способом изолировать монарха от верных ему войск и народных сил. Через два дня, 5 марта, исполком Петросовета постановил арестовать царскую семью, конфисковать их имущество и лишить гражданских прав. Такое же решение приняло Временное правительство. В Могилев отправилась специальная комиссия во главе с Бубликовым, чтобы доставить Николая II в царское село. Thank you.
Утром 8 марта в Могилеве в зале губернаторского дома состоялось прощание с императором, на котором присутствовали все офицеры ставки и по одному солдату от каждой части. Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича. К 11 часам зал переполнен. Входит Ники, спокойный, сдержанный, с чем-то похожим на улыбку на губах. Он благодарит штаб, просит всех забыть вражду, служить верой и правдой России и вести нашу армию к победе. Мы кричим «Ура!», как никогда еще не кричали за последние 23 года. Старые генералы плачут. Еще мгновение кто-нибудь выступит вперед и станет молить Ники изменить принятое им решение. Но напрасно. Самодержец всероссийский не берет своих слов обратно. Николай издал прощальный приказ войскам, в котором завещал сражаться до победы и повиноваться временному правительству. Однако страх перед личностью царя и перед возможными последствиями заставили Петросовет и временное правительство отказаться от его публикации. В тот же день в Царском селе новый командующий войсками Петроградского военного округа генерал Лавр Корнилов лично арестовал императрицу, в том числе и для предотвращения возможного самосуда со стороны солдат. 9 марта Николай II прибыл в Царское село уже как полковник Романов. Император выполнил свой долг перед страной и народом, как он его видел, чувствовал и понимал. Новую власть он просил об одном. «Дайте мне здесь жить с моей семьей, самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб. Пошлите нас в самый укромный уголок нашей Родины, но оставьте нас в России». Тем временем революция шагала по стране. Первые дни после ее победы многим запомнились как сплошной праздник. Незнакомые люди бросались друг другу в объятия. То и дело возникали митинги. Общественная жизнь била ключом. За популярность боролись десятки старых и новых партий. Быть равнодушным к политике в те дни было чем-то неприличным и даже подозрительным. Еще одним новшеством тех дней стало исчезновение с улиц полиции. Революционно настроенная публика была в восторге. Не меньше радовался и криминальный мир. Города немедленно захлестнула волна разбоев, убийств и грабежей. В результате объявленной временным правительством амнистии на свободе оказались 80% заключенных. Большинство из них – уголовники. Их прозвали «птенцами Керенского» в честь нового министра юстиции. Если в апреле 1917 года в Петрограде произошло 190 краж, то в мае их было уже 699, в июне – 778, в июле – 857, а в августе – 1277. Радовались русской революции немцы и австрийцы. В крахе Российской империи они видели единственную возможность благополучного выхода из войны. Радовались британцы и французы. В рождении новой республики они видели путь к скорейшей победе в мировой войне. Кроме того, исчезла необходимость выполнять обещания, данные правительству Николая II, а именно переход под контроль России, Черноморских проливов и Константинополя, Стамбула после войны. Радовались и в Белом доме. Свержение царя виделось здесь как путь к демократии и свободе. Кроме того, США только готовились к вступлению в войну, что не вызывало у американцев энтузиазма. Русская революция серьезно облегчила задачу президенту Вудро Вильсону. Теперь можно было громогласно заявлять о союзе демократических государств, борющихся против монархии во главе с Германией. Однако исчезновение царской власти не решало проблем и, главное, не прекращало войну. Дефицит хлеба, которым пугали петроградских рабочих, теперь грозил перерасти в реальный голод. Русская армия продолжала сидеть в окопах, и борьбу за влияние на армию временное правительство проиграло практически сразу. Петроградский совет выпустил документ под названием «Приказ номер один»,
которым предписывалось немедленно создать выборные комитеты из солдат и матросов. Сами военнослужащие подчинялись теперь не офицерам, а этим советам. Кроме того, у офицеров отбирали оружие. Этот приказ наносил сокрушительный удар по дисциплине в армии. Право Петроградского совета издавать такой приказ было сомнительным. Но в горячие дни революции на подобные мелочи никто внимания не обращал. Изданный вдогонку приказ номер 2, разъяснявший, что положение первого приказа не распространяется на фронтовые части, ничего не дал. Началось повальное падение дисциплины и разложение армии. Приказы офицеров не исполнялись. Солдаты сами решали, идти им в бой или нет. Не прошло и месяца со дня отречения Николая II, как его личный враг, новый военный министр Гучков, написал: «Временное правительство не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, кои допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, так как войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Временное правительство существует лишь пока это допускается Советом». Еще одной проблемой стал рост сепаратистских настроений. Сразу после революции Великое княжество Финляндское потребовало независимости. Встал вопрос о воссоздании польского государства. Активизировались национальные движения в других регионах. Дашнаки в Армении, муссаватисты в Азербайджане. О былой независимости вспомнили грузины. Появился союз горцев Кавказа. Об автономии заговорили татары и башкиры. В Киеве появилась Центральная Рада. И даже в Сибири, как из-под земли, выросла сепаратистская партия, требовавшая создать собственные правительства и парламент. Пока Россия шумела, бурлила и привыкала жить без царя, по железным дорогам Германии двигался к Балтийскому побережью необычный вагон. Три из четырех его дверей были опломбированы. Пассажиры вагона общались с внешним миром только через посредников. Двух офицеров немецкого генерального штаба и швейцарского социал-демократа Фридриха Платтена. Таким необычным образом из Швейцарии в Россию возвращались революционеры-большевики во главе с Лениным. Из воспоминаний германского генерала Макса Гофмана. «Разложение, внесенное в русскую армию революции, мы, естественно, стремились усилить средствами пропаганды. В тылу кому-то поддерживавшему отношения с жившими в Швейцарии русскими пришла в голову мысль использовать некоторых из этих русских, чтобы еще скорее уничтожить дух русской армии и отравить ее ядом. Путь в Россию через страны Антанты, Францию и Италию был для Ленина закрыт. Его просто посадили бы в тюрьму. Оставалась Германия. Разрешение на проезд из Швейцарии через вражескую страну было получено от Берлина с легкостью. Был даже заключен особый договор об экстерриториальности. На швейцарский вагон власть Германии не распространялась, и никакой проверки документов не производилось. О пломбированном вагоне в России узнали быстро. И практически сразу же Ленина обвинили в сотрудничестве с германской разведкой. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». 3 апреля прибыл в Петроград Ленин с товарищами, проехав предварительно через Германию в пломбированном вагоне. Этот поступок Ленина вызвал всеобщее негодование. Протестовали не только либеральные газеты, но протестовал сам народ и протестовали солдаты. Россию ждала новая революция, а участников февральской драмы ждала трагическая судьба. Генерал Иванов примет участие в гражданской войне и умрет от тифа. Практически сразу после большевистского переворота побегут в эмиграцию бывший председатель Государственной Думы Михаил Родзянко, Александр Керенский, личный враг Николая II Александр Гучков вместе с Милюковым, князем Львовым и генералом Хабаловым.
Депутат Бубликов, арестовавший царя, сбежит во Францию, даже не дождавшись Октябрьского переворота. А ненавистный либералами бывший министр внутренних дел Александр Протопопов будет расстрелян большевиками. 13 июня 1918 года расстреляют великого князя Михаила Александровича. А в ночь с 16 на 17 июля 1918 года будет расстрелян император Николай II вместе с супругой Александрой Федоровной, сыном Алексеем, дочерьми Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией. Вместе с ними будут убиты доктор Боткин, лакей Труп, горничная Демидова и повар Харитонов. Все эти события произойдут после февральского переворота и радостных ликований о якобы победившей демократии. А пока ни Борис Яковенко, ни члены Временного правительства, ни митингующие толпы на улицах не знали, что результатом свержения императора и либеральных побед станет Октябрьский переворот. Страну ждал красный и белый террор, жесточайшая диктатура и невиданная по размаху и жертвам гражданская война. Thank you.